Всем привет! Всем привет, уважаемые любители Русской рыбалки 4. С вами Медовский. Итак, сегодня у нас заключающий, так сказать, турнир, заключающий день. То есть это у нас третий день на миногу. Вот, рассчитывали мы на то, что будет у нас в субботу турнир. Но в субботу турнира, ребята, не будет, потому что уже как минимум есть у нас один претендент. Может быть, его кто-то, конечно, обгонит. Вот, может быть, будут такие люди, которые у нас поймают два крокодила. Вот, ну, в данный момент у нас пока что вот один победитель. То есть у него минога на 77 грамм. Балдеж, чем мы его и поздравляем. В принципе, минога такая рыба, которая клюнула и которая второй раз, скорее всего, клевать не будет. Ну, хотя, может быть, как говорится, кому не везет, правильно? Кому не везет, тот не играет. Тот играет тот, кому, может быть, повезет немножко больше. Андрей, здравствуйте, Слава, привет, БЖМ, МЖВ, Кусь. Спасибо, что заглянул. Кстати, мне надо все покрафтить. Всем привет, что-то чат молчит. Здорово, Серега, здорово, Кусь. Так, ну что, полетели на нашу точечку балдежную. Будем забираться, закидывать наши балдежные сборочки. Будем рассчитывать на крокодилевого глаза. Хотя бы просто картинку, конечно, закрыть. Но хотелось бы что-то типа, ну, нам маленький минок. Что, нам нужна маленькая? На 100 грамм и пойдет. Вреденко, привет. Спасибо большое, что заглянул на стримчанский. Серега, Микс, здравствуйте. Так, полетели, значит. Сегодня у нас заключающий день, ребята. Старт турнира будет 19:30, в данный момент у нас 9 участников. Напоминаю, что каждый, кто поймает миногу, у нас получит по 20 медведки. А за турнир, после того, как у нас сегодняшний день закончится, вот, после турнира, значит, первое, второе, третье место у нас будет, значит, награждаться. То есть первое место у нас заберет Натору 8000, второе место у нас получит 50 медведки, третье место у нас будет 50... Сколько? Носорога. 50 носорога, ребята. Вот, турнир начнем в 19:30 по МСК. Так, все, мы практически дошли. Точка это у нас. Это у нас точка. 21:50. Хотя можно и здесь ставить, он на самом-то деле. Может, она где-то здесь. Ну ладно, вот здесь постоим 20. Вот, 160. Клипса у нас будет 6-8-10. Ну вот, 6-8-10. Я уже, конечно, закинусь. С вашего позволения. Так, единственное, я немножко звук погромче сделаю. А то мы... У нас тут вчера косяк был. Ну, косяк был, да. Игра просто решила то, что она не хочет закрываться. Вот, что-то в этом роде. Я здесь утравляю миноги за все это время. Я поймал миллиард перлоиц и дрессейной. Миноги нет. Ну, Андрю, хорошо говорится. Это говорит о том, что не всем везет, поэтому это нормально. Если бы она клевала часто, то бы ее все ловили. Я считаю, что это нормально. То есть минога у нас неуловимая, поэтому говорить то, что ее на точке нету, ну, это глупо, потому что она есть, правильно? Она есть и клюет. Вот, но вопрос в том, кто ее поймает, вот в чем вопрос. Так, и здесь мы поставим клипсу 6. То есть вот такой вот разброс у нас есть. Вот такой вот мы поставим. Андрюха, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский. Всем кусь, ребята, всех приветствую. Всем рад, так сказать. Ждем 12:00. Вот, ждем 12:00, потом, ну, чтобы не забыть, да, потом у нас будет это. Вообще, как бы хотел еще бы Ельца на Волхове немножко побегать, поискать, посмотреть. Пачка соли, водоросли посыпь. Вот ты, крокодилий глаз. Не на тот сбросил. Так, и мне, значит, надо покрафтить. Так, наживка. Давайте перловицу дресню скрафтим немножко. Тимур, здравствуйте. Ну, вот началось. Ты про что, Вавасик? Привет. Привет, Кусь. Так, сейчас, ребята, я пойду умоюсь, а то очень жарко дома. Вот, сейчас 5 сек буквально подойду. О, дресни у нас сколько, наверное, это надреснилось. Дресня у нас надреснилась. Сейчас 5 сек. Так, это все отлично. Сейчас подойду. Буквально там технический перерыв. Ну, я долго не хожу. Ну, час-полтора максимум, ребята, так что ожидайте.
Всем привет, жирных минок в садок. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое. Балдёшь. Миноги, они такие клюют. Они клюют один раз, поэтому рассчитываем только на жиробасиков. О, балдёж, дресня закончилась. Сейчас мы рака у нас там было, у нас рыба, рака не было. Теперь мы перловица. Ого, надо быстрее. Вот это да. Вот это да. Я так понимаю, там что-то еще и пропало у нас. О, балдеж. Всем привет. Хорошего настроения. Сергей, здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Почему молчал? Я же отходил. Я же сказал, меня часа полтора-два не будет. Ну, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть быстрее. Побыстрее, конечно, подошел. Что-то, ну, как это говорится, в тишине, да не в обиде, правильно? Не в обиде. Спасибо за лукс, ребят. Спасибо большое. Так, у нас здесь уже минога влупила. Минога? А не, это поддос. Клипса 10 у нас заработал сразу просто. Сразу просто влупила на 10-й клипсе. Он хотел убежать, но не смог. А, ну все, да, одну перловицу я не успел. Просто не успел. Я? Я тебя умоляю, БЖМ. Ну ты, конечно, как что-нибудь спросишь. И как спросишь, но можно не спрашивать, да? Понял. Юрок, привет, удачи с миногой. Спасибо, Серег. Миноги дорогие. Ой, ну могу сказать, что трофей стоит 417 серебра. А сколько стоит обычная минога, не знаю. Я даже не знаю, сколько грамма она чатная. Ну, я думаю, что грамма 30, наверное, чатная. Ну, я имею в виду зачетная. Хотя, может быть, и 20 грамм зачетная. Не знаю, надо у Вавасика спросить. Вавасик, ты поймал на 24 грамма, она зачетная? Нет, и сколько она бабла стоит? Там, небось, денег срубил. Монет, наверное. А сколько, Вавасик, ты монет срубил? Я даже не знаю такую сумму, которую можно произнести. Я даже не знаю сумму такую. Ноль-ноль-три срубил. Ого! Ну нормально. Это получается дальше, чем даже меньше, чем монет. Это как монет, но немножко меньше, правильно? Ух, у нас сегодня 13 человек уже. Вчера было 14, позавчера было 13. Остается совсем немножко, ребята, и будем запускать. Сколько, что будем делать? Запускать. Пока здесь постоим, починим, чтобы не забыть запустить. Ой, у нас право... А, не, это у нас не пропало, ее просто не видно. Сразу не увидел. Давайте сделаем, значит, вот так вот немножко, чтобы повеселее глаза было. Это как веселее, только глаза. Вот так вот. Что могу сказать? Давайте вот расскажу. Значит, сегодня у нас будет два видосика, ребята, вечером с вами на Ютубе. Вот. Могу сказать, что за вчерашние Ютубы, вчерашние видосики мне поставили Дизы. Вот, я, конечно, понимаю то, что многим не нравится там то, что я делал, но все равно, если вы ставите Диза, хотелось бы все-таки услышать, за что. Да, может быть, не ту рыбу подобрал, там, не знаю, может, чего человек пришел, у него не клюет или что, что не так-то, не пойму. Я понимаю то, что многим там, может быть, не нравится или нравится, но хотя бы если поставили там дизлайк, то хотя бы написали, за что. Хотя бы можно было там рассудить как-то, может быть, не понравилось то, что рыбу нельзя закрыть, да, то есть... Ну, скажу то, что у нас было два видоса. Первый у нас... А, я сейчас вам скажу. Сейчас я вам скажу, что там за видосы были. А, значит, Донец Белоглазка у нас, значит, один диз. Вот. Даже два диза. Вот. И Ёрш Насарь на вьюнке. Вот. То есть, так понимаю, то, что две рыбки, наверное, не клюнули. Ну, это утверждать я не могу, правильно? Тем не менее. Накрафтил лягушек. Что и где на них клюет, не подскажешь. Ну, вообще, на лягушку как бы ловит налима, окуня, ловит угря, ловит щуку на максимальное количество хвостов. Вот. А если на лягушку ходить, в принципе, если на щуку ходить, то на лягушку ловить на нее
Бессмысленно, наверное. Давай, говорит, локу разыгрываю. Да не, я сейчас не буду. Я сейчас не буду, я сейчас запущусь, а потом пойду на Волхове проведу. Мы вчера налево пошли, а сегодня мы пойдем направо. Я здесь поставил за то, что ты мне ногу не поймал. А так видос не смотрю и не захожу на них, мне дзен хватит. Спасибо, спасибо. За дзен спасибо. Юрасик, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский кусь. Дзена, значит, тебе хватит. Я тебя понял, я тебя понял. Так, ну давайте покажем, покажем, значит, сегодня у нас на дзене будет. Сегодня у нас на дзене уже есть и будет вечером на ютубе. Итак, сегодня у нас будет река Ахтубасазан. Клюет достаточно неплохо, то есть высидеть трофей точно можно. Вот, и не только трофеи, то есть если, ну, в принципе, если будет заходить сазан. Кстати, он клюет постоянно, могу сказать, что клюет постоянно, то есть ночью, днем тоже имеет смысл стоять. Вот, но днем единственное, он клюет все-таки размером меньше, но иногда заходит чатный. Так что, в принципе, можно, можно и днем стоять. Вот, в принципе, если целый день смысл стоять, то, ну, с перезаходами, соответственно, то за час без трофея можно где-то около 300-350 монет получить. Ну вот, лично у меня там за ночь вышло, ну, у меня осетр клюнул, у меня вышло что-то в районе 260, ну, у меня там еще в прилове был осетр. Вавасик, привет, привет, спасибо, что заглянул. Михаил, здравствуйте, спасибо, что заглянул в стримчанский. Вот, значит, у нас сегодня будет река Ахтубасазан и озеро Старый Острог, Линь. Вот, озеро Старый Острог, Линь, там карась. Ну, то есть, давайте покажу. Значит, Остронь, Линь, Карась. То есть, 3628 клип 6 метров. Находится около лагеря. То есть, ловил на тесто медовый, шестой средний крючок и стандарт прикор на линя. То есть, мне зашел один карась трофейный золотой, два трофейных серебряных. Ну, и линь там поклевывает, в принципе, высидеть можно. Достаточно неплохо клюет. Насчет... Насчет крупных хвостов спорный момент. Вот. Пробовал большой первый, карася становится меньше. Вот. И количество линя, поклевок прям вообще мало становится. Поэтому все-таки, наверное, рекомендую на 6 средний высиживать. Пробовал сыр, на сыр плохо клюет. Очень слово. По белке есть инфа? Нет, я белочку, белорыбицу редко когда облавливаю. Потому что для того, чтобы поймать белорыбицу, надо еще наловить уклейки. Вот. Ну и как минимум. Это как минимум большое количество времени надо провести, поэтому если у меня получается, если получается то, что там кто-то иногда скидывает или там я какую-нибудь там уклейку облавливаю, тогда да. А так, к сожалению, нету информации. Так, остается совсем чуть-чуть, То есть сейчас 10:00, грубо говоря, в 12 часов, по игровому времени мы запустимся. Поэтому, кто еще не присоединился к турниру, можете заходить. Как там дела с миногой? С миногой вообще балдеж. Один трофейную поймал, а один поймал на 24 грамма. Вот так вот. То есть минога есть, поклевывает. Конечно... Конечно, понятное дело, что всем не клюнет, но тем не менее, да, то есть можно попробовать высидеть однозначно, вот, потому что человечек, да, у него тоже, наверное, скорее всего, миноги не было, и тут сразу влупил трофей. Настя, он, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчанский, кусь. Так, сколько у нас там, почти час 30, ребят, осталось. Вот, давайте пока на Волхове сходим, значит, так, вот так вот сделаем, вот так вот, чтобы глазу было как приятно, только не очень. Значит, мы вчера ходили вот так вот, дошли вот откуда-то до сюда, да, то есть мы сейчас пойдем, наверное, вот отсюда, вот так вот пойдем, вот до сюда дойдем и посмотрим, что у нас там по ельцу, мы вчера хотели все-таки найти ельца какого-то, Судакова, спасибо. Спасибо, БЖМ, МЖМ. Покажи, но сборку на миногу. Где минога? Настен, а минога клюнула. Вчера на турнире у нас на 7,7 поймали, на 24. Да они все разные, я не знаю, на что клюет. 2,8, брейд, 24-й крошечный, пушок водоросли. Здесь под глину.
пучок водорослей, а здесь у нас получается нейлон Invisible 1,5 килограмма прозрачный, 24-й крошечный пучок водорослей. То есть все сборки разные. Для того, чтобы знать, на что клюет, надо поймать, правильно? Как минимум две штучки. Все остальное, я предполагаю, спину для тебя, да. Ого, спасибо. Спасибо. Спасибо за подписочку. Спасибо большое. Спасибо большое за подписочку. 100 кг, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Почти добежали уже, почти добежали. Сейчас, сейчас начнем уже отсюда прокидывать откуда-то. Так, для этого нам надо ультралайтики поставить. 3-2 нейлон Invisible поставим. Вот, и вот откуда-то отсюда начнем прокидывать. Ну, пока что 13 человек, ребята. Остается полчаса игрового времени. Мед, подскажи, где на вьюнке Голавль. Говль, Говль. Ну, 120-121 попробуй. Ну, кузнечика, постой. Попробуй, может быть, залететь. Тебе это чисто закрыть или для чего нужен? Я просто помню, 120-121 на кузнечика облавлил. Ну, опять же, сейчас он есть там или нету, не знаю. Не могу сказать. Для того, чтобы его ловить, надо прям на него прийти. Ну... Допустим, когда я ловил носоря, говоль иногда поклевал. Иногда поклевал. Не постоянно, но поклевал. Есть у нас, кстати, поклевочка. Немножко загнуло что-то. Ну, это, к сожалению. Это что у нас? Гусенька, гуся, 6-я клипса. Для форума. Ну, так не подскажу, не подскажу. Да, в принципе, на вьюнке он взял поппер 4006 и все, пошел прокидывать. В принципе, несложно. Обычно у поппера там максимальный вес какой-нибудь. Так, остается 9 минут, ребята. Готовность, смотрю, все прожали. Ох, ёпки, спасибо большое. Спасибо большое за поддержку, ребят. Спасибо. Низкий поклон, уважение. Нормально у нас наложилось, вредненько. Спасибо еще раз за донатик. Сейчас мы запишем, и я... Ну что, колесо фортуны крутится, пошла вода горячая. Та-дам! Балдер, сейчас я перечитаю, вредненько, солнце. Я просто не увидел, не услышал. Не услышал, потому что крокодильчик наложился. Там лестница, я тебя понял. Ну, не могу подсказать на самом-то деле. Так... Будущему имениннику сколько, если не секрет, будет-то? Ох, я прям вообще в самом рассвете сил, как этот, как Винни-Пу. А 35 мне будет, ребят, 35. Да. По голосу мне, наверное, лет 50, да? Вот, ну мне будет 35. Ну, обещаю то, что 28-го, скорее всего, если будет не совсем жарко. Если будет жарко, но не очень, то, скорее всего, вебочку все-таки подрублю. Нужна как-нибудь тухлая уклейка. Да нет, тухлая уклейка, в принципе, вообще не нужна. Даже тот же налим на нее хуже клюет, чем на тухлого этого, как его... Как он называется? Тухлого ерша. Вот, поэтому... Ну, тухлую уклейку, кстати, неплохо сом пожирает. Но сом сама на донке ловить... Ну, такое себе, не очень. Потому что вкусно. Всем кусь. Илюха, здравствуйте. Спасибо, что заглянули, Стримчанский. Спасибо еще раз за подписочку. Вредненько, спасибо, солнце, за донатик, спасибо большое. Так, ну что, давайте сделаем первый розыгрыш, значит, давайте со всеми поздороваемся. Вот, значит, пишем куси, и как всегда у нас набор червей и бутылочка алкоголя. То есть первый розыгрыш у нас всегда черви. Тогда выкину. Ну, конечно, там, в принципе, выкину, выкидывать, в принципе, легко. В принципе, легко. Выкидывать, как говорится, это не ловить, правильно? По голосу тебе лет 6. Ого, спасибо, спасибо. Балдеж. Сколько? 35. Медягодка опять, согласен. Согласен. Так, ну что, 24-й крошечный, наверное, поставлю все-таки на ельца же. На ельца, что, кастер? Кастер. Да кастер, мотыль поставлю. Хотя мотыль, наверное, нет, все-таки один кастер поставлю. Почему один кастер?
Потому что, чтобы точно было минимум прилова, потому что на остальное может быть прилов у нас. Так, давайте, поехали. Так, у нас здесь глубина, наверное, не та. Все-таки надо 17-ю глубину поставить. У нас здесь полтинник. Мед, верни, блеснуси Ильюхе. Я тебя умоляю. Илюх, ты чё? А так он ему писать нечего будет. Ему так ничего не будет, нечего будет писать. Не, не верну. Да у меня ее нету. Нету, ребят. Ну, что ж сделаешь? Куда-то делась она, куда-то делась. А куда делась, не знаю. Это хоть память останется. Это. Серег, это слышишь? Это хоть память останется от Илюхи. А так не будет памяти. Так, буду вспоминать. О, ряпушка клюнула. Балдеж. Балдеж. У нас здесь что клюнуло? У нас здесь что-то клюнуло, но мы не успели. Максим, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский кусь. Так, тролл-ложка нам там что-то накидал. Помню, какую-то блесну оранжевую. Да нет, это надо заказать. Это надо у Макса заказать. Да ряпушка пошла, ребят. Интересно. Интересно, здесь ряпушка у нас клюет. Я ряпушку, кстати, тоже надо записывать. Ну, в смысле, облавливать. Потому что ее тоже надо закрывать. Ну, вообще, как бы ряпушка нам не очень интересна. Интересно, но не очень. Опа, пошла вода горячая. Нам бы ельца бы найти на самом-то деле. Вообще было бы балдеж. Плотва есть при лове, это не есть хорошо. Тут ряпушка давно идет. 126.91, ты говоришь, ряпушка давно идет. Ну, я этого не знал. А на что, если не сильно? Ну, тут надо подъемка, 19 крючок какой-нибудь проверять, да? 18 ряпушка, сколько у нас? 500 грамм получается. Во сколько? Давайте сейчас 2 часа, значит, в 16.00 разыграем. Набор червей, бутылочка алкоголя. Червя, значит, у нас будет обычного 1111. Навозного. Сколько? 100 штучек. Вот, и выползка тоже 100 штучек. Опаньки. На кого похоже? Гадалки не ходи, рыба. Рыба, плотва обыкновенная. Плотвинус обыкновенус. Конечно, не очень. У нас минога. Минога есть там в чате. Ух, ёптель-моптель. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Спасибо за поддержку. О, БЖМ. БЖМ вожалье, да. С праздником, которого нет. Спасибо. Гурчик. Гурец. Ну, БЖМ, конечно. Привет. Аналим, спасибо за поддержку, спасибо. Низкий поклон, уважение, ребят. Привет, Аналим ловится на живого ерша или только на тухляка? Ловится на живого ерша, ловится. Причем даже местами лучше на живого. Просто на тухляка тоже ловится. Вот, и поэтому я ловлю в основном тухляка, чтобы его хоть куда-то деть. Вот, а так Аналим ловится и на живцового. Даже сом ловится на ерша живцового. Вот, и также на этом. Мне кажется, все-таки на живого, наверное, чуть лучше будет клевать. А, Юрий, привет, ты отлично уклёвал. Подскажи, как правильно собрать сборку на сетра? Легаси плюс венга есть. Какую леску, крючок лучше выбрать? Собрать на слом крюка или лески? Ну, слом крюка это бестолку собирать, конечно же. Это, если у вас легаси TI новый, то 74-й шнур. Вот, это Devil Braid можно поставить. Что это в этом роде? Я обычно под эти собираю. Как он называется? Вообще, как бы красные крючки, я не знаю, кто на них ловит. Ребят, с них очень много, большое количество сходов. Вот, сейчас покажу сборочку. Вот такая сборочка. Только единственное, немножко
немножко другое. То есть у меня здесь под слом снастей стоит, вообще прям под слом снастей стоит. То есть вот сюда мы ставим 74-й шнур, вот этот вот, вот 74-й шнур, его ставим. Вот, и, соответственно, петлевая оснастка. То есть у нас петлевая оснастка, вот, классический либо карповый крючок, ну, то есть классический, ставим вот это вот 4-0. То есть вот такая вот у нас должна быть спорка на сетра. Ну, и здесь у нас либо там рак, либо носорог, перловица, дрессейный, что у нас там появится. И, соответственно, у нас ПВАшки. То есть надо иногда бельет, клюет иногда соус из меди, иногда у нас клюет... что у нас там клюет, крапы меди, иногда у нас икорный запах клюет, ну, то есть всегда по-разному, надо все проверять на самом-то деле. Здрасте, здрасте, Лео, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчат. Что у нас здесь было, интересно? У нас здесь был, скорее всего, уклеечка, да? Уклейку ловить не будем, все, пошли дальше. Так, ребят, вот это интересно, первый косяк был. У нас первое отключение было интернета, ну хорошо, что не не выключилось, да, поэтому... С интернетом проблемы, поэтому уж извините. Уж извините, к сожалению. Ну, как оказалось, что это не у меня одного, да. Вот, но тем не менее, постоянно какие-то дисконнекты, переключения, что-то в этом роде по этому. Спасибо за развернутый ответ. Да мне, в принципе, не сложно, ребят, вы если что-то спрашиваете, если я знаю, какая информация есть, я, конечно, говорю. В принципе, несложно показать, рассказать. Так, сколько у нас? 15.41. В 16.00 будем разыгрывать набор червей и бутылочку алкоголя. Поэтому, кто не написал слово «кусь», можете все еще это сделать. «Кусь» с большой буквы через «усь». Я думал, у меня вышла такая, проверила. Не-не, у меня интернет разорвало, ребят. Привет, балдеж. Как у тебя там минок клюет? Надеюсь, балдеж. Привет, сырок. У меня не клюет, ребята поймали. Один поймал трофей, на другой на 24 килограмма. Да, один как трофей на 77 грамм, а другой на 24 килограмма, но не трофей. Да, один срубил 400 монет, а другого... Ну, понимаете, вот за хряков не платят, ребята. Вот миногу просто разорвало на разные, на, так сказать, жаробасину поймали, поэтому... Маленькая там была. Ну, тем не менее... Я бы даже и 24-килограммовый был бы рад. Вообще балдеж как. Добрый вечер, здравствуйте, Серега, спасибо, что заглянули. Что же у тебя провайдер такой нехороший? А за инет, небось, платишь бешеный. 1000 рублей в месяц, ребят, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, 1000 рублей в месяц. Платим за инет. Ну, наверное, все-таки не в провайдеру дела. Потому что провайдер... Ну, наверное, все-таки есть какие-то косяки, но предупреждающая смс-очка была в плане того, что ввели какие-то, ну, какие-то ограничения, и в связи с этими ограничениями он постоянно меняет оборудование. Даже на самом-то деле не соврали, потому что даже ко мне домой приходили и меняли оборудование. Ну вот, немножко там что-то пошерудили, скорости прибавилось. Вот, скорости прибавилось, но косяки разрывов как бы пока есть, присутствуют. Трофейный миног бал... Так, в смысле у тебя косяк был? Букву К не убрал, очок забыл добавить. А, это К было или А? Я не понял. Это было К или А? Я думал, А. Или К. Что он делал? Сазана закрыл на Ахтубе тут. Так что, балдёж, поздравляю. Трофей Миноги балдёж, сколько стоит? 417 монет Минога трофейная стоила. Сколько? 417, ребят. Белорыбица, кстати, потихоньку идет. О, Настюшка, спасибо. У нас тут в чате спрашивали про белорыбицу. Ну, я, кстати, не знаю, где она клюет. Я не знаю, где она клюет. Надо белорыбицу на самом деле попробовать и в открытой воде с островов или что-то в этом роде. Потому что в свое время там хорошо клевало. Она случайно не там же клюет, где она и клевала. Ой, что же там за точка такая-то была? 138 или 135 или 134. Не помню, что за точка, что-то такое было. Mm-hmm.
Где человек с биноклем нашел применение? Хороший вопрос, хороший вопрос. У кого там, кто там бинокль купил? Нашел применение? Нет? Я так понимаю, в 16-этажке напротив здания без этих, без занавесок, да? А скорость какая? У меня 100. У меня 100. Ну, вообще, как бы заявлено 200. Вот, заявлено 200, но 200 у меня чисто модель мне по это не подходит. Вот. Да мне, в принципе, 100 за глаза, ребят. Мне, в принципе, я вообще счастлив. У меня раньше было на даче 50, на прием 35, по-моему. А сейчас у меня 100. Блин, да вообще балдеж, вообще балдеж. Мне знаете, как сократило это во времени выкладывания видосиков? Ну, где-то примерно в 2 раза. Ну, то есть, где-то с 10-15 минут, где-то... Ну, вот заливка видосика где-то 5-7 минут заливает. То есть, где-то вот так вот заливается. Ну, плюс описание надо еще сделать. Ну, вообще, видос быстро заливаться стал. Балдеж, так и в казино можно идти. Согласен, согласен. Хотя нет, не согласен. Неизвестно. Не, точно. В казино не надо ходить. Однозначно. На 24 грамма 90 монет стоит. Во, балдеж. Так, ну что, давайте разыгрывать. Разыгрывать, значит, разыгрываем набор червей, бутылочку алкоголя. Итак, колесо фортуны крутится по витим мутисам. На одно кудвоку троку чичу пичек. Шанды-ланды, перевери ее. Чпонь, тадач, бабач, тудур. Та-да-дан. Вова, 24 грамма. Вова, 24 грамма минога. Напиши, пожалуйста, свой игровой никнейм. Я знаю, что он такой же, но правила никто не отменял. Вы у нас выиграли набор червей и бутылочку алкоголя. Поздравляем. Скажите, где половить минога. Ой. Ну, как бы, вроде как на 20-160 клюнуло. Вроде как на 21-157 тоже клюнуло. На 42-132 тоже клювало. И возле буйков тоже клювало. Поэтому любое место берите и просто приходите и пробуйте высидеть. То есть, в принципе, можно попробовать всю неделю сидеть, и может быть она клюнет. Опять же, минога — это наирычайшая рыба. Вот. Рыба, я бы даже сказал, наверное, все-таки не рыба, а какой-нибудь пресноводный, да, пресноводный крокодил, который очень редко клюет. 41.23 Г9. А, ну я понял, Настя, то, что это получается у нас там же. У нас там же, где и было. Ты не понял. У слова косяк, который ты произнес, убери букву К последнюю и добавь чок в конце. Ты что-то скрываешь? Я? Боже мой. Ну что ж такое-то у нас, только раз туратанчик. А где у нас Елец? Хотелось бы найти Ельца, но пока, к сожалению, безуспешно. Ник такой же. Понял, Вавасик, понял. Так, вы у нас вчера, по-моему, выигрывали, нет? Выигрывали или нет? Вова. Ладно, у меня там на том есть. Это мне легче на тот зайти. Давайте. Где у нас тут Вавасик? Так, Вавасик, значит. Значит, Вавасик у нас выиграл червь. Червь, значит, 1111. Я не знаю, у нас здесь есть. Так, значит, навоз. Навоз 100 штучек. Балдеж есть. Так, значит, выпал. Шишел-мышел выпал. Выпал. Чего? Выпал. Ну, конечно, выпал. Если так писать. Выползок, ребят, он же выползает. Что делает? Ползает. Так, червяк, что делает пол? Извивается, правильно? Он когда извивается, он ползет вперед. Поползет почему? Потому что извивается. А почему он извивается? Потому что он червяк, правильно? Потому что он выползок, и он выползает откуда-то, из какой-то норки, непонятно. Так, и значит, бутылочка алкоголя. Значит, это так была минутка. Это была минутка. Так, ну что мы? Что? Вах, вот это у нас здесь алкоголя на розыгрыше можно будет. Ну давай самогон дадим. Самогон мы еще не давали. Самогончика дадим. Минога на Волхове?
Миноги на Волхове как бы нету, это же легко проверяется. Рекорды открываем и смотрим, здесь Миноги нету. Здесь Ухарь есть, вот, а Миноги нет. Нет, Миноги турнир на Данце, на Данце, на Данце. Пока поймаешь Миногу, наловишь голд наживки. Ну да, наловишь голд наживки, и это однозначно плюс, нежели минус. Так, ну это, к сожалению, не Минога, да, это у нас Гуся, это у нас Гуся. Гуся тоже поклевывает. Клипса 6, Клипса 6, Гуся есть. Вот, на водоросли бы еще бы, не знаю, кого-нибудь крокодила поймать бы, было бы вообще балдеж. Опарика поставь на ельца. Ты думаешь, а кастер опарик поставить? Ну давай кастер опарик, почему нет? И просто на опарик у нас... Хотя, может быть, и белоглаз как-нибудь тоже будет хорошо. Или рыбец какой-нибудь тоже в лупидоль, может быть, будет хорошо. Ладно, пошли дальше. Но здесь мы не будем прокидывать. Здесь мы тоже не будем прокидывать, потому что мы здесь не прокинем. Вот, а здесь надо попробовать. Здесь надо попробовать. Давайте здесь попробуем. Когда я что-нибудь выиграю, нигде не везет. Настя, ну и тут уже я не могу подсказать. Тут как бы у меня у всех почти шансы одинаковые, то есть нулевые, да? Нулевые. Обычно шансы нулевые, но кто-то выигрывает, да. Кто-то выигрывает. Кто-то выигрывает, но шансы нулевые. Кому-то везет. Разыграй набор приманок. Так, у нас что? Разыграй, говорит, набор приманок. Каких? БЖММ уже. Ох ты. Ох ты, елец влупил. Да что ж такое-то будешь делать? Опять подвисло все. Елец влупил. Опаньки. Что это у нас? А это неизвестно что. Это рыба была. Это, может быть, кстати, это была голд наживка. Хотя, навряд ли. Так, ну это неплохо. Надо будет здесь разлавить. Если елец ест на точке, если он и клюнул, значит он должен клевать, правильно? Вопрос, опять же, какой он будет. 137.72. Надо будет стоять до последнего. А подскажи, пожалуйста, вариант поймать Тамени на белой дегуфикации в меняемые снасти есть? Это просто веселье ради. Блин, ну что могу посоветовать? Попера покидать, какие-нибудь эти... ничего не могу посоветовать на самом-то деле. Какие-нибудь темные цвета. Вращалку номер один покидай, попробуй, да и все. Где-нибудь с правой стороны. Как вариант. А в меняемые снасти, если ты поставишь какие-нибудь меняемые снасти, то он не клюнет. А если поставишь какие-нибудь снасти неадекватные, типа ультралайта, то, скорее всего, он залетит. Обязательно выиграешь. Я 4 раза выиграл, и один раз... Да. Ну и насчет обязательно выигрыша я согласен. Самое главное — участие, правильно? То есть, если участвовать, то выиграем по-любому. Кто-то выиграет. Вот, но опять же, чем больше народу участвует человек, чем больше участвует в розыгрыше, тем меньше шанс. Ну, это надо понимать, обязательно. Так что никто не обижайтесь, ребят. Эвил, здравствуйте, спасибо, Эвил. Эвиловк. Эвиловк. Здравствуйте, спасибо, что заглянули на стримчанский. Мед, привет, Анатолий, здравствуйте, Кусь. Сибири, магазин продается, а у тебя на 40-м левеле есть. Не, ну 40-й левел пока у нас такой себе. Пока мы ничего не разыгрываем. Пока у нас вот здесь вот что-то есть на розыгрыш, мы тут не трогаем. Потому что у нас здесь скоро прем-аккаунт закончится, вот, и потом у нас будет все оттуда разыгрываться. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас здесь что-то влупило. У нас здесь что-то влупило. И что такое? А, это падал 155 грамм. Балдеж. Забросил прикормку. Что ж ты там за прикормку такую кидаешь? Все на укропе, что ли? Вавасик. Добрый вечер, Квик. Здравствуйте. Мышку можно. Ну, как вариант, да, мышку покидать. Как вариант. Да я тут постоянно просто не пишу. Спасибо, спасибо большое. Да не, я не обижаюсь. Я к тому, что с моим везением в казино имущество. Проиграйте, да-да-да.
Согласен, согласен. Поэтому казино что? Ходить не надо. Поэтому не надо ходить в казино. Чтобы не проигрывать, надо не играть, правильно? Хотя опять же, чтобы выиграть, надо поиграть, правильно? Правильно. Говль здесь есть, ребята? Есть говль. Вот, никакого... Ни о каком ельце речи даже не идет. Даже не то, что там это идет, даже не пахнет пока что. Даже пока что не пахнет. А тамень какое время суток лучше? Ну, вообще, как бы он ночная рыба. Вот, вообще, как ночная рыба. Ну, а клюет он постоянно. Ночью просто крупнее заходит, и все. 44-й левого бомжика, а 44-й станет... Ну, типа того, типа того. Там у нас серебра побольше, чем здесь. На белый тай любит акилы. Поэтому их там перестали пробовать кидать. А то уел мой плащет. Ну, акилки, да, садились часто, вот. Еще можно... Это что за прикол такой был? Еще можно попробовать эти, ну, попперы можно покидать. Я в свое время за час на поппер 4F001 ловил 2 штучки. Вот, точку, правда, не помню. По-моему, 71.37 это было. Привет, балдеж. Хоть одну поймал миногу? Не, я нет, ребята поймали. Да и мне, в принципе... Не очень-то и хотелось. Ну, хотелось, но не так, как им. Правильно? Поэтому, кто ловит, тот поймает. Тот поймает, тот поймает. Вот так. Опа, коробочка. Здорово. Спасибо, что заглянул. Корягу выловить хочешь? Ну, конечно, как по-другому. Как по-другому. Вот в проводку кидая, надеясь на то, что у нас будет зацеп. Ну, к сожалению, пока не цепляется. 5 белки за день, ничего так. Согласен, если на точке есть 4 штучки, то это уже хорошая точка. Иди, говорит, налим и чекай, пока ночь. Блин, ну это надо с Насти собирать, балдеж какие. Налим и чекай. Ну ладно, пошли налим и чекнем. Чекнем налима. Мне сказали то, что налима клюет с берега. Вот, с берега клюет. Сейчас мясо поставим. Хотя мясо не будем ставить. Давайте сделаем перезаход, так будет быстрее. Поставим эти. Клин сборки, значит, и закинем на 30, 35, 40 клипсе в 3-метровую яму. С братом удостоверились в том, что призраки старосты чаще клюют под вечер и под утро, а также в дождь. В дождь, наверное, все-таки не 5, а 3 капельки, да, скорее всего. Насчет карпов, вообще они как бы в принципе клюют хорошо утро-вечер, да? То есть у них, ну, в принципе, там и трофеи, и по размеру хорошо заходят, что-то в этом роде. Дело ведь миногу. Ребята, да я не поймал. Стою на 2160, но... Зачем я сюда пришел? Ну, у меня пока не было. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Так можно упороться в грызунов тунгусских. Покидать на белый. Я пробовал, кстати, но у меня не получалось. Эти грызуны мне ничего не дали. Так, легаси-то мы поставим. Ну, теперь нам надо собирать что-то типа того. Миногу по лоткам привязаны, без понятия. Судя по тому, что ловят их и на спиннинг, и на этот, и на присаме ловят, скорее всего, не привязано. Но опять же, утверждать я не могу. Любая милога, это скорее всего залет. Карасик. На среднюю вообще не клюет. Клюет только на 6-й, на 10-й клипсе. Вот, под глину пока вообще не клюет. Как я могу сказать, привязана она или нет? Если я ее не ловил. Не могу сказать. Это так, даже если я поймаю одну, я не могу утверждать в том, что она там ловится хорошо. Клин сборочки поставлю на налима, потому что вдруг сом клюнет килограмм на 50, чтобы я его мог вытащить.
Так, значит, и здесь клипса у нас будет. Но если с нас 100 клюнет, то мы, наверное, не вытащим. Так, все, балдеж. Поехали. Клипса 40, не уверен, что закинул. Что докинул, не уверен. Поэтому не уверен, да. Так, и также с эклипса 40 поставим. Также 40-ую эклипсу поставим. О, а эту видали, докинул. Это балдеж. В зачет не пойдет, в смысле не пойдет. Грызунов, так там же искусственная приманка, нет? Там же на грызунах у нас искусственная приманка, поэтому можно и покидать. Так, ну давайте большой первый закинем. Большой первый и живец Эрш. Медовский. Так долго собирал, мне теперь это все искать. Где у нас 80-й шнур? Сигнализатор. А, сигнализатор у нас... Не помню, какой стоял. Какой-то пикающий, да, стоял? Так, вот эти, по-моему. Так, без поводка большой первый и Эрш. Так, Эрш. Все, балдеж. Так, и здесь тоже поставим. Здесь тоже поставим клипсу. 40 метров. А, здесь мы тоже на 40 метров изи закинули. Балдеж. Налима с берега, ты его с лодки захотел половить? Ну, я имею в виду прям с этого, как его? С лодочной станции. Прилонг саму заходила и на воблер бывало. А, ты про миногу? Да, прилонг саму заходила. Так, есть у нас первая поклевочка. А нагрузки никакой, то поэтому мы точно знаем, что это у нас налим. Что это у нас налим и глаз. Да, это у нас налим и глаз, ребят. О, налим и глаз клюет. Вот еще у нас балдеж. На белку со второго заброса сел таймень на белый. Спасибо за подсказку. Балдеж. Поздравляем. А чё по размеру? 2500, неплохо. Чё у нас там по размеру? Сейчас, значит, здесь немножко постоим, ребят, и разыграем локацию, на которую мы с вами вместе потрём. Спасибо за Лукаса, спасибо большое. Как так кнопки перепутал? Видимо, слово поторопился, боже мой. Размер 4,5 килограмма. Ну, конечно, не повезло. Мне тоже в свое время на 4600, по-моему, на белого влупил, я, конечно, расстроился. Я, конечно, балдеж как расстроился. Так, у нас еще поклевочка. Слушайте, ну здесь, наверное, все-таки налимчик есть. Здесь однозначно есть налимчик. Или доход. Ох ты, ёптель-моптель, нифига себе там хряк. 15-й, какой-какой 15-й фрикцион у нас промотал. Насколько там интересно. Килограмма, наверное. Вот это свинину тащу. Вот это свинина. 4800, ты чё гонишь? Я там думал, там килограмм 30, наверное. А там 4800. Да что ж такое-то, поставить не могу. Балдёж, даже промотался. Заклинь мелко налить. Да ты чё, издеваешься, что ли? Он мне удочки сломает, кабанчик. Он мне прям балдеж как с удочки сломает. Мед, подскажи, где ерша половить на Комаринке? 50-80 самая распространенная точка была в свое время. Вот. Потом, значит, слева от лодочки у нас была точечка. Тоже неплохо клевала. Ну, там лодка, понял, и сразу слева. А потом возле мостика, прям перед мостиком становишься и на пятой клипсе кидаешь. Вот, там клевало. И следующая прогалина тоже. То есть, в принципе, там везде можно ерша ловить. Попробуй, по крайней мере. Ну, клюет там или нет, я сейчас не знаю. Вообще, как бы ставишь червя навозную, 24-й крошечный и проверяешь.
Ну что, поймали миногу? Ну, конечно, вчера две штучки поймали, ребят. Вчера же поймали. Одну трофейную, другую 24 грамма. Максим на 50-80. Ну вот, БЖМ тоже говорит про счет, насчет 50-80. 50-80 это одна из самых распространенных. Здесь, ребят, есть налима, причем хорошо клюет. Уже 5 штук. А на точке, вот точка, чтобы нормальная была, под запись, и исключительно под запись, должно быть не меньше 6 налимов. Вот, не меньше 6. То есть, если у нас больше 6 получается, то точку уже можно записывать. Вот, а если у нас налима больше 8 штучек, то эта точка просто балдеж. Просто балдеж. Так, значит, записываем. 164, 109. Так, налим. Налим. 164, 109. 109, 40. Эрш. Тут также можно попробовать на это Волхов. Волхов. Это надо будет как бы обловить, записать. Вот, тут также можно попробовать на мясо и попробовать на выпуск. Ну, к выпуску, конечно, может быть какой-нибудь прилов быть. Хотя какой прилов у нас тут может быть? Максимум рыбец какой-нибудь может лупидоль, правильно? Максимум какой-нибудь... Вчера, говорит, за ПВА. Что у нас там? Да это нормально, если бы минога так клевала, балдеж как, то было бы вообще балдеж как. Вячеслав, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчат, кикусь. А если на точке, если точка на 20 налимов по 800, по 85 килограмм, ну это вообще балдеж, это вообще точка балдеж, это вообще балдеж точка, коробочка. Коробыш, что за вопрос ты задаешь? Кусь второго золотистого линя взял там же. Одна рыбка в час, раздача про СВК. Балдеж, балдеж. Это даже будет попробовать, Денчик, надо будет попробовать. Попробуй там на тесто медово постоять. Слышишь, с ПВАшкой. С ПВАшкой подведовая. И ароматизатор мед. Что-нибудь в этом роде. Ну, меня в ароматизатор засунь, я буду подгонять, так сказать, этого золотистого. Бечик, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский кусь. Так, здесь у нас что? Здесь у нас дрессины, ребята. Здесь у нас дрессин. А, 59 грамм. 59 грамм. Балдеж, балдеж. Может быть, без ПВА хочу просто еще кокос попробовать. Да кокос я пробовал там. Кокос я там пробовал. Скорее отгонять. Ага. Ты смотри, какой наглый. Или я, или ты. Или ты. Спасибо за лукс, ребят. Спасибо большое. Так, ну чё, в 4, наверное, запущу турнир, значит, на... Запущу турнир, да, на розыгрыш локации и пойдем потрёмся на какую-нибудь локацию. Потому что мы здесь надолго уже находимся, вот, как минимум, налимы нашли, это хорошо. Налим нашли, это хорошо. Это как хорошо, но не очень. Это балдеж. Это просто балдеж. Да ладно, еще поклевка у нас. Вау, вау, минога что ли клюет, ребят. Это я чувствую мой разум. Вау, вот это прикол. Это что такое? Это минога так клюет, не знаете, ребят? Поклевка есть, нету. Вау, вот это прикол. Вот, ох, 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 ох. Ох, 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 курочка ряба. Курочка ряба. Да что ж такое-то? Мне интересно, что это там за рыба сидит. Ну, не белуга ли это? Какой-нибудь вот здесь вот хвост сидит, а вот здесь вот... Ну хотя навряд ли ряха бы уже выползла. Что ж такое, ребята, опять интернет выключил, извиняюсь. Минога говорит на 39 золотого, золотистого. На медвежке, ребят, точки там на самом деле много где залетают. 55-63 залетал, 55-31 тоже залетал. Вот, но единственное, 2 в час не было. 1 в час я не могу за это записать видосик.
Вот, то есть один час это залетная, а два в час это точка нормальная. Ни разу два в час не было. Ни разу в час два. Ох ты, ёб, все-таки клюнуло. Что там, там? Что там клюнуло? Что там, будем тащить, ребят, нет? Я даже не, я не знаю, что это. Не, это не Минога, наверное. Как думаете, Минога, нет? Ну что же это такое? 2,8, 2,8. 2,8. Ну ладно, пошли, что там у нас. А, интересно, а как узнать, когда леска у нас закончилась? Что, закончилась леска? Не, как узнать, на шпуле просто лески нет, ребят. Как узнать, леска закончилась или нет? Просто на шпуле лески нету. Слышите? Просто мне, у меня в шпуле влазит столько лески, что ее просто не показывает, ребят. Так, плохо у нас. А вдруг это сазан трофейный, правильно? Ну, влупил он, конечно, безбожно, конечно, влупил. Синяя Минова. Жестко, жестко. Там Минова. Да я согласен, насчет Миноги прям согласен. Да что ж такое-то? Ты что, гонишь, что ли, ствол? Интересно, здесь на деревья можно залазить? Давай, давай, лезь. Лезь, квадропоптер. Квадропоптер. Не, не хочет, ребят, не хочет. Ну, мы как бы уже можем не успеть так за рыбкой. Я просто не знаю. Самый косяк это в леске. Самый косяк это в леске. То есть рыбу упускать далеко нельзя. Однозначно. За буйки тоже, кстати. Ну, в принципе, можем отвезти ее туда направо и на автоподмот поставить. Присосалось, да. Что-то присосалось. Так, у нас там еще поклевочка. Что тут у нас? Ну что ж такое-то, не хочет просто и все. О, пошел в другую сторону крокодильчик. Балдеж, налимчик у нас здесь. И так и... Ох ты, ёптень-мопт. Ну, мы подгореть не можем, конечно. Ладно, не буду налим, мы больше закидываться. Пошли в другую сторону. Все, полетели. Просто самая проблема в том, что я не знаю, когда у нас леска заканчивается. Просто там, скорее всего, будет показано красненькое, да, красненькое. Типа леска заканчивается, и сразу будет обрыв. У вас, говорит, не осталось лески, и все. Да. Давай, говорит, медь тяни, ждем, что за зверь. Та, там зверь. Так. Мартышка какая-то на 1,5 килограмма. Да нет, что-то больше, да что ж такое-то. Пошла вода горячая. Здесь просто трофейный крокодил может сесть. Здорово, хрен, согласен. Держи леску перпендикулярно. Да ты что, перпендикулярно, да смотри, боже мой. Ох ты, какой крупненький влупил. Ну тут надо как бы уже бежать. Мне интересно, я вообще рыбу, когда она сдохнет, смогу потащить или нет? 2,8, ребят. Сейчас мед лежит со своей карты. Да я тебя умоляю, там даже нагрузки нету. Ну, нагрузка какая-то, нагрузка 9 фрикцион. В половину. Да тем более голда, чего ее жалеть-то. Ой, мы в другую сторону перешли. А кто вообще на водоросли клюет? Ну, мне кажется, это все-таки сазанчик. Причем сазан маленький. Маленький сазанчик. Что у нас тут? 2,8. 9 фрикцион, 2,8 килограмма. Представляете? Это жесть. Это просто жесть. Я дошел, кто клюнул, линь или белуга? Не знаю, но на биногу вроде не похоже, ребят. Это теперь не белуга, а бинога.
О ты, господи, что такое, что за... Это что за пирожок? Это что за пирожок? Пирожок кабанчик. Ну смотрите, наверное, налим здесь однозначно, ребят, по этой точке вы видосик увидите. Не знаю, то когда, завтра, может быть, послезавтра. Точка балдеж. Точка просто балдеж. Просто балдеж. Поклевка у нас просто балдеж. Так, ну, что тут у нас? Что, правда будем тащить? Возможно, лещ. Мне на полтора попадался там. В смысле, лещ так быстро ходит? Да ты че, он бы уже сдох. Лещ бы, я тебе говорю, там даже 17-6 килограмм был бы, он бы уже сдох. Он бы там уже кони бы двинул минут 15 назад. Лещанский? Не, навряд ли. Навряд. Ну вот. С часочек погляди. Да. Смотрите, а рыбка-то сдохла уже. Все, она уже так не мотает резко. А, все, ожила. Ожила. Мед вспоминает молодость. А, мед вспоминает молодость. Когда ловил такие размоты. А, когда я такие... Да я прям начал нервничать, ребята, сейчас. Когда я такие размоты ловил, я тебя умоляю. Ой, как вспомню, на старт набор. На старт набор. Ну, лосерить тогда раньше были. Амур на 17 килограмм, представляете, за 9 минут вытащил. Раз в месяц зашел в рыбалку, чтобы сход размот поймать. Спасибо. Ну, сходы у нас непреднамеренные. Это как намеренные, только непреднамеренные. Правильно? Кабачек, это к тебе говорит, чтобы чаще заходил, слышишь? Чтобы не раз в месяц ловить размоты. Коробочки. Если бы ты находился бы, точнее бы, если бы ловил бы не раз в месяц, а два раза в месяц, то было бы не один, а два размота, правильно? Два схода. Это было бы не так обидно, правильно? Божеме-можеме? Так, ну у меня так скоро леска закончится. Интересно, сколько у меня лески вообще? 100 метров. А влазит 8000. Тащи, говорит, и не сопротивляйся. Да, конечно, тащу, ребят. Хотелось бы, конечно, что-то вытащить. Вот. Надо смотреть, в какую сторону у нас рыба уходит. Ну, так, наверное, не получится смотреть, да? Итак, казино. Делаем ставки, кто там. Да кто там? Там вот гадалки не ходи, прям вот. Какой-то хряк, ребята. Вот прям просто гадалки не ходи. Я, к сожалению, приблизить не могу. Я, к сожалению, приблизить не могу, потому что не разорился на бинокль, ребят. Не разорился. Ну, слишком дорогой, а что делать, куда деваться? Фух, я аж накрасил. Ты смотри, Зазыч, вот это прикол. Плюс-плюс-плюс. Балдеж, балдеж. 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 Ну, потом расскажешь, потом расскажешь. А, привет, подскажи, если знаешь, где можно половить толстолобика на Сурье или Ахтубе, пожалуйста. Привет, не знаю, я не проверял, ребят, не могу сказать. А так вообще могу подсказать точки, на которые 20, 27 что-то там, значит, возле острова у нас получается. Ну, первое число 27. А, потом 68, 78, 82, это первые цифры. Вот, значит, я просто вторые не помню цифры, вот первые. 138 еще цифры, это прямо возле этого получается. Вот, то есть это самые распространенные точки, где он клюет. В принципе, можешь там попробовать. Вот, для этого надо зайти... Да на самом-то деле, что заходить? Ставишь сборочку 14-15, значит, весенние травы, десерт из трав. Вот, и поварщику, соответственно, толстолобик, и все. Берж, думаю, точно. А чё, берж на водоросли клюет? Да нет, берж, наверное, не такой сильный.
А, закрытый Амени на белый. На серию, на серую мышь. 11 килограмм. Минут 20, наверное, ушло. Балдеж, балдеж. Это хорошо. А что за точка-то? На какой? На 71.37? Что-то там? Как вытащишь, верни лешку на шпулю. Да не, зачем? Пускай так мне нравится. Так мне нравится. Мне так нравится. Что, еще у нас пошла? Не? Привет. Теперь мне стало интересно, сколько миного стоит. Ох, ребята, сколько стоит? Да дорого стоит. 24 грамма 90 монет. Трофей на 417. А что ты делаешь, Некс? Я же вывожу рыбу. Это же понятно. Поймал какого-то крокодила и теперь вывожу. Это Амур тут сам носит. Слушайте, а вот Амурчик может влупить, только я не уверен. Да не говори, без лески тянет. Да, конечно, без лески, ребят. Да. Для того, чтобы тянуть с леской, нужна леска, правильно? А у нас лески нет. Амур мелкий. Да, может быть, Юрасик, не могу сказать. Может, это была лайка вместе с медведем клюнул? Да-да-да-да. Мы маленькими шажками ходим. Я, правда, не знаю, когда мне там леска закончится. Нифига, я пошел искать, Димочек. Ну, это не так просто на самом-то деле. 73.47, Томинки дал тупо в стену прямо. На яму метров 65-70 у стены взял. Балдеж, балдеж. Так, это мы где аж сейчас находимся? Ну, давай, 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 давай. Очень медленно спаривается, это сматывает. Слишком мало лески на шпуле. Слишком мало, так что... Что вообще нету. Ну, может быть. Но все равно ребята говорят, тащи медоски. Может быть, Амур 1,5 килограмма на самом-то деле. Так у нас может и сойти на самом-то деле. Нам надо сейчас ее туда, влево увести, чтобы спокойно можно было поставить вот так вот и просто тащить. Пускай. Направо, точнее, не налево, направо. Спасибо, что подсказал. Да не за что, не за что. Я просто не знаю, где. Это надо проверять. Чтобы знать, где, надо проверить. Вот, ну, если поймаете, то отпишитесь, пожалуйста. Медовский попробует потом. Мне просто на все, то, на все точки времени не хватает, ребят. Ну, это вы должны понимать. Подошла рыба к берегу, ребят. Подошла рыба к берегу. Вот, к берегу рыба подошла. И ушла, ребят, от берега. О, у нас леска появилась, представляете? Интересно, сделает. Слушайте, а может быть здесь амур трофейный? Это был бы прикол. Шли третьи сутки, медоски все тянет. Да не, рыба сдохнет. Рыба сдохнет. Рыба сдохнет. Да хотя, какая рыба у меня, скорее всего, на это оторвет. Так что не переживайте, ребят. Не переживайте. Вы либо увидите перезаход, либо рыбу. Одно, что-то одно. Меда прошло ДР, и он все еще тянет этого хряка. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не, давайте так не будем. БЖМ, да что такое это? Что такое зло? БЖМ, БЖМ. Что ты такое зло? Кабанчик. Давайте, ребята, чтобы... О, у нас уже получается 3 победителя. То есть у нас уже получается... О, уже сдохла рыбка. Сдох карасик. Балдеж, сдох карасик. Ага. Конечно, сдох. А представляете, синий карась? Вот это прикол. Это как трофей, но не трофей. Ну, не знаю. Это как трофей, но еще больше. Нам нужны трофеи. Зачем? Че мы ради? Че мы? Ладно, мы в рыбалку играем ради трофеев, правильно? Мы играем, чтобы поймать рыбу, правильно? А какую поймать рыбу? Ха! Гадалки не ходи, правильно? Трофейные. Жадвайн, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский курс. Меду исполнил 40, и он до сих пор тянет хряка. Ох ты, божемай. Рыба сдохла, хохос там лес, кто-то промолвит, кто-то... Ты смотри, какой наглый! Серега, ты чё, крокодилий глаз?
крокодиль глази. Так, ну подох карасик, конечно, вот, ребят, ну ожил. Ну а что делать? Никуда не денешься. Фрикцион больше затянуть не могу, потому что больше не затягивается, да. Следующий у нас фрикцион — это клин. Ультра сереброкозявчатая минога. Уль серебу себу сер серобуркозявчатая. А! Там хрящий глаз сидит просто и все, смотрит в дырочку непонятно какую. Ох ты, крокодил, я клин или бан? Нет, 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 клинить мы не будем. Мы не будем клинить. Баньте меня. Баньте меня, говорит, полностью. Я же не настолько суров, чтобы... Слушайте, а ты мы сейчас ей подсоком прям по голове дадим. Не, не дадим. Давай, давай, пупсик, всплывай. Всплывай, солнце. Мне такое ощущение, что у меня просто не хватает фрикциона, чтобы ее вытащить против течения. У меня такое ощущение. Амур! Амурий глаз! Давай, пупсик, иди ко мне. Ты только не оживай, братанчик. Давай, давай, малыш. Давай, давай, братан, только живи. Живи, я все прощу. Амур влупила. Вот это прилов у нас. 6200! 6296! Балдеж! Балдеж! Ага, минога там, минога. Что у нас там, поклевка есть? Нету? О, у нас там поклевка. Быстрее, быстрее, быстрее. Что такое? Что наставили здесь деревья бестолковые? Так, ладно, ребят. Давайте, значит, разыграем локацию. Разыграем локацию, значит, пишем слово лока с большой буквы через око. Лока, 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 начать сбор. Начать сбор, сброс. Значит, пишем слово лока с большой буквы через око. Вытащили амур 6200, балдеж. На 2,8. Поэтому, если хотите ловить амура на 6200, ставим. Ставим леску, которая просто не заканчивается. 6,2, 6,2, 2,8. 2,8 нормально. Повезло, что здесь клюнул, не на другую. Минога на 2 грамма, медовский спустя 200 лет вытащил, да-да-да. Так, сегодня у нас задач. Задач у нас получает уже лично от меня. Ну ладно, это не ладно, задач скину. 20 медведок. Каждый, кто поймает миногу, ребята, в турнире от меня 20 медведок. Привет, Лака Садок, не болейте. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое. На 3 буквы. Ну, блин, я не люблю эту локацию. Вообще яму не перевариваю, ребят. Это как перевариваю, но не я. Поэтому, ну, давайте не будем. Ну, давайте не будем посылать медовска на 3 буквы. А почему нет мелочивки рискованный улов? Так это как, какой же это улов рискованный-то? Они же смотрят на снасти, наверное, на сборочки, они не смотрят на поводки. Это можно на венгу влупить 2,8 и ходить, а рискованный улов получать каждую поклевку. Как миног клюет вообще на точке? Балдеж или не балдеж? Как балдеж, но не балдеж? Я не знаю, чтобы знать, надо поймать правильно. Вот клюет. Вах, у нас тут вах. Фрикцион поменьше поставим. На 6-м фрикционе амур клюнул, ребят. Ой, на шестой клипсе хотел заметить. Ну-ка, что тут у нас? Что тут у нас? Дресня у нас. Интересно, да? У нас дресня не сошла, балдеж. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас... Ну, конечно, здесь подост. Конечно, здесь подост. 2-2-6. Ладно, давайте. Там мы уже подост много наловили. Поставим клипсу 8, наверное. Клипсу 8. Вообще можно было и пятую клипсу поставить, попробовать. Так, еще у нас поклевочка. Ну, теперь мы зато знаем, как амур у нас клюет, правильно? Амур у нас клюет как? Как жрабас. Как жраб. Дядь Медовский, подскажешь, где на остроге линя махом половить можно? 30, 26, 38, 26, по-моему, там. Короче, возле базы. У меня, кстати, на Дзене есть информация, ребят.
Так что не поленитесь, надеюсь на вашу подписочку. Всегда буду говорить и буду... Всегда буду говорить. То есть есть у нас озеро Старострон, линь карась. Там клюет на тесто медовое. Точка у нас, сейчас скажу, 36-28. Ну, я ловил здесь на это. Ну, можно и на мах половить. Однозначно. Дресню бы на вьюнкеях. Ну, дресня... Дресня, это, конечно, неуловимая жаба. Это как жаба, только неуловимая. Тяжело, тяжело дресинка на самом-то деле клюет. Вот, тяжело ее поймать. Самое интересное то, что она один день может раздавать, а второй день ее уже может не быть. Мед, а какая же твоя любимая, раз яма нелюбимая? Любимая у меня? Допустим, чисто визуально и чисто по, то легче всего облавлить, наверное, все-таки донец. Вот, донец он длинный, конечно, но его легко можно. То есть, допустим, вот здесь вот пошел, допустим, вот здесь вот, да, где-нибудь на мах. На мах закинулся, вот здесь вот где-то уже ты либо поймал рыбку, либо не поймал, да, и пошел дальше. Ждем от тебя точку на миновых 4. Сколько? А, ну по клювке в день, в принципе, да. В принципе, рыба-то не уточняется, правильно? Мы здесь, видите, уже 5. 5 уже поймали. Уже поймали 5. Так, ну что, ребят, колесо фортун крузи повидите мутиться, а ну-ка двока трока чичик пичик, шанды лады, перевери ее. Чпоньк, побачь, тогда кто душ. Та-да-да. Анатолий Бойко. Или Бойко. Анатолий, напишите, пожалуйста, свою игровую локацию, на которой хотите, чтобы Медовский потерся. Привет, есть любая катушка ненужная. Екатерина, здравствуйте, спасибо, что зашли на стримчанский. Но Медовский ничего не раздает, поэтому извиняйте. А вообще, как бы, любая ненужная катушка раздается на дачном. Вот, и как бы можно и тоже спарку получить. Либо купить какой-нибудь старт-набор и попробовать на нее половить. Давай донец оставим. Ну хорошо, тогда пойдем на донец. Тогда пойдем на навес. Тоже и тягает. Да я знаю. Пошли на донец, ходим. Так, ну донец. Там нам БЖМ сегодня написал, то что там у нас клюет. Вот. Еще, где у нас там еще была точка? Давайте сейчас мы ее проверим, кстати, а то мы не ходили на нее. Так, ту-ту-ту-ту, это мы смотрели, что у нас там, 85-164, 85, так, 85-164, 85-164, 85-164, это у нас где-то здесь. Вот здесь вот, давайте попробуем. Так, БЖМ, а ты нам не подскажешь на что? Муха опарыш, 24 крошек, но мы здесь поставим, наверное, все-таки 19 поставим. Так, мы здесь 19 поставим, оставим, значит, кастер и наверное, кастер. Я бы поставил плесень, но поставлю паденку. Вот, и оставим 17. Об кого там тереться уже собрался? Это как клев, только потерся. Ну да, согласен. Об землю обшел. Ну, в данный момент об мостик трёмся. Ладно, вот давайте в один мах. Не, ну в один мах Медовский не ловит, как бы. Медовский ловит обычно в два. Это как в один, только в два, правильно, ребят? Вот, посмотрим. Ой, у нас там поклевка. У нас там поклевочка пошла. Опять на шестой клипсе, ребята. Опять на шестой. Да что ж такое-то? Что будешь делать? Приветствую стримеры и всех зрителей. Павел, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский кусь. Вятка 2 дается бесплатно. Суперката. На белый топчик. Согласен. На белый топчик, только ремонт, конечно, копеечка. Ну а чего, куда деваться? Ой, ты Медовский перенервничал. Перенервничал, ребят. Это как нервничал, только перенервничал. А что я? А я что? А я, говорит, что? А что я? Это как не я, только я. Привет, легкого стрима и отличного настроения. Артем, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчанский, спасибо большое.
А ты всегда не причем. А ты всегда причем, да-да-да, в рейтинг, согласен. БЖМ, БЖМ. Я пошел смотреть великий выпуск Бесогона ТВ с названием таким. Что можно... Да ладно, а что такое? Я не знаю, кто это такой, Бесогончик. БЖМ-к, БЖМ. Крокодилий глаз, ну-ка расскажи, где здесь клюет? На что, на какие ты сборки-то ловил? Кабанчик. Крокодилий хорячий глаз. Что-то мне не хочешь. Ну ладно, раз не хочешь. Ну две проводки. Давайте пошли на пристань сходим. Прошли на пристань. И как здесь, только чуть левее, правильно? Это на пристань, только чуть... Да нет, с пристани я не люблю ловить. Там неудобно это. Да что ж ты будешь делать? Пройти не дают. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот встанем. Вот здесь, балдеж, точка. Точка балдеж. Главное не зацепиться, главное не зацепиться. Так, у нас здесь поклевочка. Лютая, десятая. А, дресня. Дресня клипса 8. Да что ж ты будешь делать? Ну, а здесь что у нас нормально? Здесь у нас нормально. А здесь ненормально. А здесь нормально, а здесь ненормально. Там у нас балдеж. Ну, дресня, наверное, там размер просто балдеж был. Как ты смог удочку через деревянный проем протащить? Да вообще в легкую. Вообще в легкую. Она у меня просто гнется. Гнется вообще балдеж как, ребят. Она мне просто гнется. Я что-то не пойму, а что у нас тут за леска? У нас тут стальной поводок, что ли? Где рыба-то все? Ну хотя бы одну дайте мне. Ну, наверное, все-таки 5 капелек. 5 капелек, наверное, все-таки пугает у нас. 5 капелек у нас все-таки пугает, наверное. Это как 3, только чуть больше. Ну, давайте здесь посмотрим. Вялая удочка. Ну, это что-то типа того, она у меня гнется просто. Она у меня просто гнется. Я могу просто ходить, и она у меня гнется, ребят. Уже проверь точку, которую тебе сегодня прислал. Которую ты мне прислал сегодня. Так, где ты есть? Так. Кастер. Я успел прочитать 72-160 кастер. Ну, на 72-160 мы находимся сейчас. Что-то у нас лупило и все. И все на этом. Сегодня Ёж Насари на 120-121 залетел на 270 грамм рекорда в Юнке. Правда ли дают за рекорд недели серебро? Балдеж, поздравляю. Поздравляю. Дают, если окажешься на первом месте. Если окажешься на первом месте во всех регионах. Если на первом месте окажешься во всех регионах, то дают 300 монет. Сколько? 300 монет. Вот, а так не дают. А так, ну, в юнок это балдеж. Ну, 120-121, балдеж. Опаньки, кто тут у нас? Чихня. Наверное, все-таки два маха поставим. Левее уходим. Сейчас отойдем. Так, единственное, здесь 19-й крючочек поставим. Поставим кастер и поставим... И поставим опарыш. Кастер опарыш. Так, еще чуть левее отойдем. Да что ж ты будешь делать? Ну вот надо же, просто рыба клюет. Вот, просто рыба. Ну, рыба просто клюнула и все, ребят. Ну это ж это паразит, а не рыба. Это просто рыба-паразит, понимаете меня, да? 5 капель клюет. Так у Медовского... Ох ты, хрячий глаз. Что тут у нас? 4-4 на поставить. Отход назад. Давай, успели? Нет, подсечку сделать. Успели, балдеж. А, чехня у нас пошла. Ну, чехонь здесь неплохо идет. Надо будет даже попробовать 16 крючки поставить. Может быть, что-то поинтереснее. Интересно, а я чехонь здесь закрыл? Я что-то и не помню. Давайте посмотрим. Трофеи. Трофей, значит, Северский Донец.
А, закрыл чехонь, кило 800. Да у меня тут особо-то рыбы-то мало закрыть на самом-то деле. У нас здесь вот вторая клевала. Ай-яй-яй-яй-яй, оторвал рыбки. Оторвал рыбки, да. Так, ну давайте, ребят, сделаем розыгрыш. Давайте сделаем розыгрыш. Значит, пишем слово, значит, знаете, какое слово пишем? Какое? Поролон. Поролон. Пишем слово поролон. Вот, начать сбор, значит, сброс, начать сбор. Разыграем набор поролонок. Набор поролоновых рыбок. То есть, прям набор разыграем, ребята. Разыграем прям набор. Прям набор. Это как, знаете, это как один цвет, только разный. Это как разные цвета. Как один поролон, но разные цвета. Вот так вот. Поэтому пишем слово поролон. А у меня тут ельчик и красный хряк был. Да это нормально, бежим. Сейчас погода, может быть, не погода просто и все. Плюс глубина у тебя какая была? У меня 17 стоит, а у тебя какая глубина была? У меня 17. У тебя, наверное, тоже 17 стоит. Допустим, может быть, у нас дождик шел, клевала чехня. Допустим, дождик прошел, сейчас елец пойдет. Ну вот, видишь, елец в дождик у нас, получается, не клюет. 106 вылупил, балдеж, балдеж. Поставь чисто кастер, кастер глубина 20. Да нет, это все-таки больше к дождю, наверное. Больше, конечно, дождю, скорее всего. Ну, у нас чехня пошла. Вот у нас чехня. Здесь у нас тоже чехня клюет. Так, а ельца я закрыл или не закрыл? Оп! На найн! Опа, солнечный пердоль! 99 грамм эльдорадо. Солнечный эльдорадо. Набор поролоновых рыбок. Разыгрываем, ребята, поэтому пишем поролон. Во сколько? Ну, давайте в 7 вечера разыграем, ребят. В 7 вечера. Сколько букв L? 2 или 1? Поролон. 1, конечно. Поролон. Поролон. Параллелепипед. Параллелепипед-пипед. Пипед-пипед. Какой пипед? Параллельный. Или как это? Анхивели Волукопа Черепа Пинковский. Какой Пинковский? Пинковский кто? Анхивели Волукопа Черепа Пинковский какой? Параллелепипедальный. Вот так вот. Да-да-да. Сорян, ребят. Это я сам собой. Не обращайте внимания. Это как слушаете, но без внимания. Без внимания. С вниманием, но не с тем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, королевский хряк 648 килограмм. Ох ты, какой наглый, это что там у нас такое, зацепилось, нет? Уклейка 107, ребята, все сюда, раздача. Да ты что, гонишь что ли, если бы я употреблял, ребята, если бы я употреблял, да. Не, это обычное состояние видоску, да. Да у нас сегодня настроение хорошее, ребят. Сегодня нам БЖМ вреденка закинул, поэтому настроение балдеж. Балдеж настроение. Я-то за лукс-то вообще балдеж. А тут за донатик вообще балдеж, балдеж. Не чешуя себе. Так, какая клюнула? Какая клюнула? Правильно, вторая. Вторая, а теперь первая. Представляете, обычно я в три облавливаю. Всем доброго вечера, Мед, мое почтение, удачного стрима. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что заглянули на стримчанский кусь. Везет вам, а я колесо на велике пробил. Так это же ремонтируется там, я не знаю, ну сколько, 20 минут максимум. Я колеса даже, ребят, так пробивал. Даже так пробивал. Ремкомплект всегда с собой вожу. То есть ремкомплект и этот получается как его? Ой, как он называется? Качок. Насос. Насос. Это как насос, то качаешь. Да, только непонятно, что качаешь. Руки или это. Можно, конечно, губы, но они не пролезут. Они не пролезут. Какие надо губы, да? Какие надо губы и легкие. Ну ладно это. Ладно легкие. Губы какие? 97, солнечный пердоль. Это какие надо бы губы, чтобы присосаться к этому, к соску. Ну, сосок, который торчит, понимаете, не к тому, которого подумали, ребят.
А вот который торчит, чтобы это, чтобы надуть колесо. Что-то я перенервничал. Дуй-дуй в путь. Андрюш сочувствует. Дуй-дуй в путь. Согласен, согласен. Дуин-дуин. Да не, на самом-то деле там ничего сложного. Просто ремкомплект обычный. И обычный на самом деле там, ну, какой-нибудь, не знаю, там какой-нибудь клей-момент упадет вообще за глаза. Всем привет, ребят. Если с кем-то не поздоровался, сорян. Сорян. Такое тоже бывает. Я не весь чат вижу, потому что у меня левый глаз получается в мониторе, а правый глаз... А правый глаз где-то там в облаках витает. Непонятно где, конечно. Я поэтому вебку не включаю, ребят. Я боюсь, что вы испугаетесь и больше не будете заходить на стримчанский, да. Скажешь, медовский косоглазый. Это как, помните, Касабланка? А я не знаю, откуда это сообщение Касабланка. Это что-то было такое, нет? Касабланка, ай-яй-яй. А, нет, это что-то другое у нас пелось, нет? Касая Бланка. Не знаю, не знаю, откуда я такое взял. Медо. Это что такое? Что у нас клюнуло? Это, походу, чехонь была. Не потеклась. У меня электровел, там немного сложнее. А что там? Ну, у меня не электровил, поэтому не могу сказать. Там ты имеешь в виду заднее колесо, ты пробил, и там тяжело его снимать. Ты про это имеешь в виду, правильно? Я понял. Понял. Ну тогда могу предложить только, допустим, можно пробовать заливать эти. Как они называются? Есть. Жидкость, да, которая от пробива заливается. Хотя она тоже не особо-то помогает. Тюлька даже залетела, балдеж. Почему не трофей, непонятно. Я кольца недавно пробил, был комплект. Но насоса не было, пришлось 5 килограмм тащить его. Вот так вот у меня насос всегда с собой. А губами не пробовал, БЖМ-МЖМ. Это как насосом, только губами. Опа, вебка, давай-давай. Да не, это на Новый год, ой, точнее, на днюху включу, ребят. До днюхи точно нет. Ну, жарко, сами понимаете. Медовский не сможет это сидеть в одежде, а без одежды нельзя. Нельзя без одежды. Сель черноморская 200 грамм влупила, представляете? Вот это балдеж. Это знаменитая веб... Да? Я даже не знал такое. Откуда? Короче, я откуда-то возражение знал и все. А, провода сняли. Ну, понял, понял. Ну да, тогда согласен. Тогда согласен. Отсюда вот вывод, да? Ноги наши все. Медовский, вон педали, крути педали, чтоб не дали. Вот и все. Как только сел на велосипед, сразу крутит. Балдеж. И что такое? Ой, извиняюсь, миногу поймал, ребята, вот это прикол, миногу поймал, вот так выглядит, представляете, вот это да, вот это у меня, конечно, балдеж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, извиняюсь, ребята, извиняюсь. Я думал, что это пескарь, представляете? Вообще балдеж. А, клипса 7. Ой, 8. Сейчас посмотрим. Клипса 8 грамм. 8 метров. Кстати, 6,8, ребята, под глину. 6,8 под глину. Балдеж. Так, нафиг эти поводки бестолковые. Сейчас мы нормально подсоберем. К поводку, значит, не привязано, получается. Так, поводку, значит, не привязано. Вот и хорошо. Мы теперь знаем, что... А что у нас здесь было? Что у нас здесь было? У нас 17,7 поставил, правильно? Так, это оставляем, а фидерный поводок ставим 6,8. Я, наверное, испугал вас, поэтому дико извиняюсь, ребят. Дико извиняюсь. И как извиняюсь, только дико. Как дикарь извиняюсь. Так, клипс у нас будет 8 метров. 8 метров. 5 сек.
Поделись знанием. А что делиться? 6,8 под глину, клипса 8 метров. Все знания. 24-й крошечный этот, водоросли. Короче, показываю сборку, показываю точку. 6,8 под глину, 24-й крошечный, пучок водоросли. Получается, к поводку не... Ну, 6,8 получается. Еще кто-то в туре взял миногу? Да, взял. Задачу взял. На 29 и медовский на 16. Балдеж. Так, он ли дядь Медовский топ. Спасибо, спасибо, балдеж, можно точку. 20-160. Плюс-плюс-плюс, рыбачок. Поздравляю, бро, сяп. Сяп. Плюс, так, у тебя два аккаунта, просто зверь. Второй аккаунт сразу качаешь. Ну, 5 аков. 5 аков. Хорош, в недельку попал. Балдеж, балдеж. Лучше бы не попадал, конечно, балдеж. Ну, сообщений мало, конечно. Сообщений мало. Конечно. Расстроили. Расстроили. Да мы даже не обратили здесь. Так, ну что у нас, 19.00 же. Я не знаю, Задыш не отписался. Задыш не отписался. Ну, конечно, вообще балдеж. Конечно, вообще балдеж. Балдеж, 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 балдеж. Так, ну что, колесо фортуны крутится по Вите Мутиса. А, как говорится, одно кадвока дрока чичи пичик, шанды лады перевери йог. Он, хивили волков черепа пенковский, бульк, тогда ж побачь ту дочь. Next, напиши, пожалуйста, свой неигровой никнейм в чат YouTube. Ребят, извиняюсь за звук такой, ну и просто... Ну, просто такой звук издался. Как робот. Как робот, как робот. Миног украинского поймает сейчас. Согласен, согласен. Я с таким знанием сижу уже 10 часов. А, то мне везет, то нет. Ну, Андрюха, это нормально, это нормально. Это нормально. Кстати, вырезку со стрима, наверное, все-таки сделаю. Точнее, не вырезку со стрима, а расскажу. После стрима сделаю именно точку на миногу. Вот расскажу, где ее можно поймать, на какие снасти. Вот так. Я думаю, что это будет информация прям вообще балдеж. Next RSK. Понял. Спасибо. Копировать. Про что отписаться? Я что-то сказал, Задыш? Я не помню. Сейчас, подождите. Что ты говорил? А про что отписаться? Что-то я не помню, Задыш. Надо будет пересматривать стрим. Так, значит, поролон. Поролоновая рыбка. Контр С. Так, идет 0-1. Идет номер 2. Идет номер 3. Номер 3 у нас зеленый крокодилий хряк. Номер 3 идет номер 4. И идет номер 5. И идет номер 5. Поздравляю вас, спасибо, что заглянули в стримчатки. И с победкой, с победкой. Ностромогер. Ностромогер, чекни его АК и Донец тоже. О, БЖМ. Я не хочу вводить это. Это просто ужас. Тебе поролонки накидать завтра? Да у меня пока есть, БЖМ. У меня пока есть. Поролонку. Балдеж, медоски поймал, минушку. Выглядит как пиццарь. Я просто тебе писал, когда на архипелаге был там 44-й левел, а тут 40-й. Тебе зачем столько? А точки облавливаю, даваю видосики и выкладываю. Даваю на канал. Как-то так. Привет, можешь картофельный кубик дать? Слушай, мне, конечно, не жалко. Мне, конечно, не жалко. Но, блин, картофельный кубик, его же можно везде купить. Но это же, я не знаю, там что-нибудь, там тесто медовое бы просил, еще куда ни шло. Ну, картофельный кубик просить, ну, это же вообще ужас. Как так-то? Чекни, ты опупеешь.
Искренний возглас за рыбка, это круто, я про это. Это хорошо, что я был без вебки, ребят. Это хорошо, что я был без вебки. Ну, конечно, в вашем понимании, конечно, не очень хорошо, вот. Чё, на царя посмотрим на донцей, как думаете? Или на вьюнок пойдем на царя? Давайте на вьюнок, вдруг залетит, правильно? Попробуем на венке, ребят. Привет, не найдется куки смородины. Блин, привет. Привет. Я не раздаю. Сорян. Привет, я не раздаю, сорян. Ребят, реально не раздаю. Раздачу не занимаюсь, поэтому извиняйте. У меня все найдется, но если я буду все отдавать, даже по чуть-чуть, я останусь ни с чем, мне будет нечего разыгрывать. Вот, это же постоянно надо будет закупаться, то есть мне надо какие-то сайсы собирать. Есть какие-то розыгрыши, да, согласен. Розыгрыши нужно проводить. Розыгрыши надо разыгрывать. Вот. А насчет остального, ну. Смородин есть, а если найду? Смородин есть. Медовский, запиши звук и поставь на донат минимальный. Да это надо будет потом это пересмотреть, стримчанский. Это вы меня в этих не видели. Так, полетели. Полетели волосы назад. Ладно, не обижайся. Второго качества. А, понял. Понял. То есть ты мне скинул первого и второго качества. Спасибо. Срочно делаем нарез. Так, это я прочитал. Ничего, нечего разыгрывать. Я подкину. Я знаю, это БЖММ, я знаю. Судакова второго качества. Судакова первого качества. Все сюда, раздача, Медовский. Судакова первого и второго качества, ребят. Вообще балдеж. Так, полетели волосы назад, сейчас мы поставим. Мне, кстати, надо сходить этого купить. Как его? Надо было, пока я на Волхове был, надо было купить... Калибрик. Надо было калибрик купить, потому что мне надо три калибра купить, чтобы поставить их на Бунисан фидер. Потому что, допустим, какую-нибудь ракушку надо ловить на пикера. Вот. А какую-нибудь плотву, там, линя высиживать, вот это вот. Сразу влупил 13-6 поводок, и чтобы он там сидел постоянно, и все. А на другие бунисаны надо поставить поводок 6,8. Вот. А еще потом куплю бунисан и поставлю поводок 9 килограмм, и все. Чтобы у меня на каждый это, на каждую рыбку свой поводок стоял. Чтобы я снасти не подбирал, все было балдеж. Вот сейчас он. Зачем мне это все? Я бы так закинулся бы сразу, да и все. Мне надо было только переставить. А так бы у меня уже снасти были готовы. Так, червя навозного здесь, клипса 13. Так, клипса 13. Я, правда, не помню, какой у нас здесь поводочек. Насколько качество приманок влияет? Проверял. И износ... С воблеров. Насчет воблеров износ не могу сказать, то есть до 50% дальше стараюсь не использовать. А качество приманки в клеве влияет. Хорошо влияет. Это примерно первое и десятое качество, это где-то при раздаче в 500 монет, где-то, наверное, около 200 серебра разница будет. Что-то прям вот такая вот прям капитальная разница. После стрима, ребят, выложу точку на миногу. Вот эту вот выложу миногу. Вот точку расскажу. Расскажу, как ловили, что ловили. Вот что-то в этом роде. То есть, в принципе, я думаю, многим будет интересно. Потому что, мне кажется, все-таки мало информации под миногу есть. То есть, получается, на 6,8 шнур можно спокойно ловить ее. Это получается, как получается, только не получается. Правильно? О, у нас тут уже поклевка. Балдеж. Балдеж. Клипса 13 метров здесь ставится. Какая клипса? Да я же все рассказываю, тарабайтес. Вот вы пипец. Вы на стримчанских, я так понимаю, не находите, а потом заходите и все расспрашиваете. Балдеж. Я же все рассказывал, показывал. Какая у меня там? Восьмая клипса была. Восьмая клипса. 6,8 поводок. 24 крючок. А, что у нас там еще? Водоросли. Я же это два раза или три раза уже рассказал. Один раз бы зашел бы, спросил нормально, да и все. Не помню, наварил, не помню, наварил ли, но я купил первый, не помню, наварил, не помню, наварил.
Не помню, но... А, говорил. Поздравляю, балдёж. Балдёж. Я понял. Говорил, наварил, понял. Это наварил, это как говорил, правильно? Я как говорил, только варил. Ну, Ахскую кухню я тоже люблю, ребят. Тоже люблю Ахскую кухню. Смотрю периодически. Еще мне нравится на ножах. На ножах. Это как Адская кухня, только на ножах. Тоже нравится. Кусь, Давид, здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский. Медоски, прочти выше. А какая клипса? БЖМ, ну мне надо там переключать все. БЖМ. Так, на лиме глаз 800 грамм. Молодежь. На подобную рыбу нужно чаще турики проводить. А, ну, скажу так, что много людей будут, которые все равно будут недовольны. Да как бы турик даже много человек-то не собрал. Вот. Но зато, когда люди начали ловить миногу, все сразу начали интересоваться, что где клюет. Вот так вот. Ну, по крайней мере, спасибо, вот кто у нас там первый поймал. Кто у нас первый поймал? Где он? Ловим. Вот, то есть он поймал первым миногу, вот, и он, так сказать, поделился информацией, и все пришли, начали разлавливать. Ну, по крайней мере, я так думаю. Понятно. Вот гонфовая по точкам. А, да-да. Спасибо. Сейчас стрим идет. Идет стрим. Что по миноге? Миногу поймал на 19 грамм. Сегодня после стримчанского попробую. Да не попробую, после завершения стримчанского сделаю записи и выложу. И выложу. Обязательно. То есть видосик по миноге будет. То есть на завтра точно сделаю. То есть это будет после стримчанского, после того, как у нас турик закончится, мы там еще какое-то время посидим здесь и вот покажу. То есть покажу, расскажу с Настей сборочки, что-то в этом роде. Поэтому, получается, нету смысла ставить какие-то там поводки минимальные. На 6,8 тоже клюет. Балдеж. Cool iGames. Здравствуйте. Спасибо, что заглянули на стримчанский. О, вот так и что-то хочет. Ну давай чекнем. Вот ты крокодилья глаз, конечно. Копировать. Вот я копировальнич. Да что ж ты будешь делать? Просто поспешил, крокодила насмешил. Так, ну давайте посмотрим. Искать везде. Надеюсь, что ты правильно написал, Ник. 48 уровень. Давайте трофеи северские. Ох ты, нифига себе, комаринка. Вот это прикол. Лягушка, карась. Лягушка, муха. Муха, балдеж. Нифига у него вес какой. 4-4-4. Вообще балдеж. Юнок, пескаль. Густера. Это жесть просто. Паха, наверное, на червя навозная. Это паха, походу, пока ерша на соря заклевал, это закрывал всех вот этих вот это. Поймал синеньких. Что-нибудь в этом роде. У меня, говорит, даже водорослей нету. Но я сегодня водоросли разыграю по-любому. Может быть, повезет, Вячеслав. Здорово, повелитель точек. Здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский, кусь. Так, у нас здесь... Ну, здесь как-то скудненько, да? Даже у меня лень синяя. Река белая. Балдеж, как у меня, только у меня много нету, конечно. Кори. Форель синючая, смотрите, просто в хламину. Кори закрыл. Голец, еще старый голец. Повезло. Медвежка тоже закрыта. Да что ж такое-то? Донец. А, Волхов. Волков тоже закрыл. Ты что, гонишь, что ли? Северский Донец. Да ладно, Северский Донец закрыл? Ты что? Выползок. Вот это повезло. Северский Донец закрыл. Да ну нафиг. Ну, Саруни закрыл. Хоть что-то. Ну, спасибо хоть на этом. Красноперка, Сом, Осетр русский. Ну... На этом спасибо. Не, ну на самом деле Черик просто красава. Человек вот реально просто балдеж. Представляете, все водоемы позакрывал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 водоемов закрыл. Это просто жесть. Привет, можешь дать катушку, пожалуйста? Екатерина.
Где-то есть. Заблокировать пользователя. Всего доброго. Всего доброго, Екатериночка. Нормально, да? Сейчас бы ник... Ник 0509-2010 Матвей. Екатерина Туляр Фурсова. Нормально вообще. Сынок зашел к маме на аккаунт и ходит попрошайничает. Спасибо. Ребята, я ничего не раздаю. Сразу говорю. Есть розыгрыш определенный, который мы разыгрываем, правильно? Вот. Ну, постоянно раздавать это глупо. Это глупо. Это ты всем все отдашь, а сам без ничего останешься. Что у нас тут? Ахтуба. Река Нижняя Тунгуска. Даже плотву синюю поймал. Балдеж. А яма у нас что? Ну, на яме у меня тоже не это, но все равно. Что за... Да вообще жесть. Вообще жесть. Человек-машина. Просто человек-машина. Привет. Подскажи, пожалуйста, в каких случаях стоит использовать две куки и в каких две куки плюс бойл? Смотри, две куки обычно используются для фарма. Для фарма без ПВА или с ПВА. Понял? А кука плюс бойл, допустим, какая-нибудь маленькая кука плюс бойл, вот, используется для того, чтобы половить какую-то более-менее рыбу среднего размера. Ну, количество поклевок при этом даже скажется, ну, хуже. Вот, а если ты хочешь повысиживать трофей, ты ставишь 20-й бойл и ставишь две кукурузы. Вот так. Там количество поклевок будет меньше, но зато шанс поимки трофея будет выше. Вот так вот. То есть ты сам для себя ставишь и определяешься. То есть для того, чтобы... Вот ты приходишь, допустим, на точку, у тебя какие-то дела дома, да? Ты закинулся, там, допустим, тебе надо убрать... Не знаю, комнату или там всю квартиру, да? Ты поставил 20 плюс 2 куки или там 20 плюс 20 бойл, и все, и пошел спокойно там 5-10 поклевок в час максимум, да? И все, ты ничего не делаешь, просто убираешься. Там иногда подходишь к компьютеру, вытаскиваешь рыбу. Водоросли у него нет, а я даже участвовать не могу, вот диабетка. А почему ты не можешь вредненько участвовать? Что у тебя случилось, солнце рассказывай, поделись с нами. Я же говорил, что там опупеешь. Давай, это вообще жесть. Это, конечно, жесть. Ну, это ты говорил, что опупеешь, а я не опупел, ха? Так, это у нас эрш обычный. Это у нас эрш, но не носай. Ну, а что нам не безработным не закрывает? Согласен. Насчет этого согласен. Это как работаешь, только не работаешь. Не могу не согласиться. Это подвысиживание, чисто подвысиживание однозначно. То есть, в принципе, можно. Но опять же, носоря закрыть, это вообще жесть. Это просто жесть. Просто жесть. Носоря закрыть, ну сколько я на нем сижу. Ну, я на нем сколько сижу, правильно, и до сих пор не закрыл. Эрш, 27 грамм. Каждого эрша смотрю, думаю, что носарь, но нет. Но нет. У тебя только два аккаунта по 40-44 левела или все 5? Нет, нет. У меня есть один 35 уровня, один 20, один 24. Ну так. Понял, спасибо. То есть, если я хочу пофармить, то юзаю только куки. Да, так и есть. Так я 20 уровень, мне до вас 2 уровня. Понял, понял, вредненько. Сорян, такие правила, что уже много на более мелких моноемов нету. Поэтому солнце извиняй. Ну вообще как бы надо попрокачиваться. Однозначно. Ну до 20 уровня, конечно, не так быстро. Однозначно. Ну, на следующий, по крайней мере, когда мы будем разыгрывать катушку Венгу, это будет какой-нибудь турнир на какой-нибудь маленьком водоеме. Так что ты тоже сможешь участвовать. Так что не переживай. 28 июля, ребята, в день своего дня рождения, так сказать, я буду разыгрывать Венгу 10-тысячную, так что не пропустите. Я всего одного поймал осаря, а самое обидное вес 247 грамм, Михаил, да, это жестко, это жестко, это жестко. Не, у меня не настолько жестко, у меня носарик. А что я сюда залез? Я не сюда залез. Мне надо в улов залезть. Мне надо в улов залезть. Сейчас, подождите, ребята, у меня крем. Так, я здесь. Я здесь.
Ты будешь не разыгрывать Венгу, а мне отдашь и все. БЖМ, БЖМ. Ну я же не могу это сказать на стриме, правильно? Я же не могу сейчас вредненько как обидеться на тебя, понял? Не на меня, на тебя обидеться, и все. И все, Габелла. Габелла. Так, мне главное завтра еще не забыть это отдать. Ребят, сегодня после стрима награждение будет у нас. Точнее, не после стрима, а после турнира будет награждение. У нас получается... Сейчас я запишу. Зазыч второй. Медовский без награждения, к сожалению. Так. А, значит, Зазыч. Зазыч. 29. 29 грамм. Значит, первое место ловим у нас пока что. Получается 77 грамм. Значит, у него... Он получается на первом месте, Вова у нас получается 24 грамма на третьем месте, и Зазыч 29 грамм у нас получается на втором месте. Значит, в данный момент распасовка такая. Лови у нас получает катушку. Вот, Вова у нас получает 50 носорога, Зазыч у нас получает 50 медведки, плюс 20 медведки, которые я ему не дал. Получается, получает у нас 70 медведки. Значит, 70 медведки здесь, здесь носорог, носорог 50 штук, носорог. Здесь носорог и катушка. Катушка. И катушку получает еще у нас, пока что лой у нас получает на катушечку. Ну, пока вот так. Окей, твой ДР, веб, ну, конечно, как по-другому. Ну, я же обещал, ребят, то есть... Постараюсь приготовиться. Да, там, не знаю. А шевелюру навести. Это как велюра, только шевелюра. Да. Ну, что-то там, не знаю, вот какой-нибудь расчесочкой поработать. Пару раз в одну сторону и в другую. Ну, как мы обычно мужчины делаем, да? Носоря я закрыл легко. Пришел, кинул червя обычный и на 253 грамма клюнул. Блин, Вячеслав, вот это тебе, конечно, повезло. Дэн, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что взглянул на стримчанский кусь. А много украинцев скользит ров. 70. Сколько? 70. 70 грамм, ребят. Минуга у нас 70 грамм. Смотрите, сейчас пока ни одна. Все-таки надо это делать перезаход или... Что-то у нас прям, ну не хочет, не хочет у нас носарь клевать. Хотя я далеко от берега стою. Тут, наверное, все-таки роляет в том, что я не подошел. Я подошел, но не совсем близко, да? Я же вреденка, я должна добиться. Ну, все правильно, почему нет? Самое главное наставить. Так, мне там сообщение написали? Сообщение. Это у нас шпокунь. Я каждую рыбу вижу как носоря, ребят. Представляете? Это просто ужас. В ютубе вчера сидел, смотрю, ник знакомый. А это ты. На архивилайк подсказывал, какой воблер. Не, ну если вы спросили, почему бы не подсказать? Допустим, некоторую информацию... Не, ну допустим, некоторые у меня иногда спрашивают, а ты на что ловишь? Я начинаю перечислять, конечно, вот. Ну, обычно говорю про серии. Потому что у меня же не так происходит. Я, допустим, прошел там, и на это не клюет. Да, в принципе, там и это не клюет. Да, вот мне, например, маршрут не понравился там. У меня просто по серебру не получилось, ребят. Поэтому архипелаг, в принципе, работает. Вот эти вот крокодили маршрут. Но по серебру ничего не вышло. Ну и там снизу я тоже пробовал. Там тоже мне это ничего особо не получилось. Отсюда вывод, видосика по архипелагу нету. Как-то так. Так, ну что, значит, будем разыгрывать локацию, ребят, на которой мы с вами потрёмся. Так, делаем, значит, сброс. Пишем слово «лока» с большой буквы через «ока». Точно. «Лока» с большой буквы через «ока». Начать сбор, все. Пошла вода горячая, колесо фортуны крутится, победить не мутится. Давайте, ребят, пишите «локу», на которой медовские. Медовский потрется, значит, сколько у нас сейчас? 5. Ну, давайте, наверное, в 8 утра. 8 утра разыграем. Ух ты, лещ. Я показал сначала гуся трофейная синяя, прям синючая, прям вообще в хламину. На кочерге. А это оказался просто лещ. Просто трезвый лещ. Лещ трезвенник. Отойди на 5 метров назад, еще дальше воды. Крокодили у нас. Ты предлагаешь мне вот сюда закидывать? Ты предлагаешь мне туда закидывать?
Так, ёж как из пулемета 71-58, 20 белая. Сяп. Сяп, да мы это, как бы это. Записывали, записывали там. Понял. Зайду сейчас. Спасибо. Это мы ответили, вас видели. Я сейчас донки докачиваю, венги собираюсь брать. На днях, и чтобы донки уже 100 были. Балдеж, балдеж, балдеж. Ну что ж такое-то, не ту взял. Не ту взял. Ну что могу сказать. Балдеж, поздравляю. Венга это все-таки то вложение, которое... То вложение, да. Это самое-самое главное вложение на самом-то деле венги. То есть покупаем вначале 3 венги, а потом уже куда душе угодно вкладываем бабосики. Так, вот, я теперь нормально... Представляете, как вот... Блин, я бы еще вот реально бы вот здесь вот встал и ловил бы на 20-й клипсе. Конечно, я далеко встал, поэтому не смог ничего поймать. Так, у нас дрессейна, дрессейна речная. Балдеж. Надо будет сделать скриншот с миноги. Надо будет сделать скриншот с миноги, надо будет стрим просмотреть. Вот, и сделать его превьюшку. Сделать однозначно превьюшечку. Вот, и видос однозначно запишу, ребят. Точка исключительно под высиживание. Как говорится, кто хочет, тот повысиживает. Что-то в этом роде. А про Тунгусскую нету, где и на что горбушу с линком ловить. Ну, вообще, как бы можете с выхода на это попробовать. Ну, то есть, где у нас там с ручья выход, вот там по... А вот на что, не подскажу. Линок у нас привередливый. И горбушка, в принципе, тоже. То есть, непонятно, что клюет. Ну, там, может быть, элементарно. Вращалки работают, попперы какие-то. Это все проверять надо, на это все надо времени. Лок и штрафной, твоя любимая. Да не, мы штрафной не разыгрываем. Локацию штрафной не разыгрываем. Ребят, я если какие-то сообщения пропускаю, вы же извините, потому что я все не успеваю читать. У меня в чате всего 15... Сколько? 15 строк. Вот, 15 строк, если я успел прочесть, значит, все нормально, балдеж. А если не успел прочесть, то я как бы пропускаю. Извиняйте. А мне 4.6 до ПВА осталось. Но это совсем немного. Но надо понимать, что если у нас прем-аккаунта нету, то это очень много. Это может быть и месяц, может быть и полгода. Не, еще вы... Не, ну там я уже вообще БЖМ не вижу. Тунгуска 125-128, поппер 001. Ну вот, видите, Тунгуска 125-28, поппер 001. Так, кстати, можно и мышку попробовать покидать. С каким-нибудь поводком, там, на 8.2, например, или что-нибудь в этом роде. Что-то в этом роде. Ну, не больше 15 килограмм. Потому что линок все-таки, наверное, под поводочек... К поводочку привязано. Наверное, все-таки привязано. Хотя... Да нет, наверное, все-таки привязано. Опять же, надо еще понять, нужны крючки с опушкой или без. Вот это главное. 5% в месяц без према. Ну, это месяц без према, наверное, все-таки. Или на большом уровне. Это на большом. Седатив, привет. Спасибо, что заглянул. Стримчанский кость. Это на большом, ну, в смысле, на больших процентах. 90 там что-то в этом роде. Опять же, какую мы рыбу ловим? Сколько у нас времени, правильно? Прем есть. В день минимум с 0.4. Делаю. За сегодня я сделал 0.7. Ну, это балдеж. Это балдеж. Это балдеж. Процент идет. Это балдеж. На архипелаге крокодильчики, на хайджекер 906, норм шел лосось ладожский. Балдеж. А, хоть слуги кто-то миногу поймал, пока я отходил. Да, сегодня видосик сделаю вечером, завтра выложу. С 95 до 100. Ну вот, видите, с 95 до 100 получается. Но я говорю, это может быть месяц, это может быть 3 месяца. Все зависит, наверное, все-таки от того, какое количество мы выловим, правильно? То есть, если мы будем уделять игре 2 часа в день, то навряд ли же мы прокачаемся, правильно? А, такой вопрос. Как докачать последние 3-4% донки? Вообще, как бы надо максимальное количество хвостов.
Максимальное количество хвостов — это важный показатель. Я всегда с опушкой на ультрарен поппер ловлю. Вроде норм клёв. Согласен. Я просто без опушки не проверял, поэтому не могу подтвердить. Тоже всегда с опушкой ловлю. Ну, по крайней мере, у меня так и было. Ты, это все понятно. Это все понятно, ребят. Все, я же говорю, все время все зависит все-таки от того, сколько количества рыб мы поймали. То есть некоторые в месяц играют по 2 часа в день, получаете, да? То есть получается 30 на 2, это у нас 60 часов. Ну, грубо говоря, да? А некоторые там лупидолят по 10 часов. Правильно, в день. Это у нас получается 30 на 10. Сколько у нас? 300 часов получается. Вот оно получается. То есть один может сделать там, допустим, за тот же месяц, да, выловить. Ну, грубо говоря, там, качнуть. А другой будет полгода. Полгода. Я вот, ну, вот на это вот намекаю. Много минок наловили. Тоже встал. А у меня в чате, ну, зазыч поймал, яза поймал. Вот. Могу сказать, что у меня клюнул вот на такой сбор. 6,8 плетеный шнур под глину. 24 крошечные водоросли. Вот так. То есть никакой там нейлона 1,5 килограмма, ничего нет. И вот сюда влупило, значит все. Если сюда село, значит все. Село, значит клюет. Правильно, правильно. Балдер. Процент, говорит, идет, деньги уходят. В смысле? Можно же ловить на червя обычного, нет? 0%, 0,2% донки добить осталось. Надеюсь, кавдуса добью. Да нет, он может прокнуть в любой момент. Причем 0,2 тоже может прокнуть. Так что это нормально. У меня за 3 месяца 770 почти донки. И прикорм в каче на фул. У меня за 3 месяца 770 почти. Донки и прикорм в каче на фул. А, я понял. Так, ребят, остается 12 минут игрового времени. И будем разыгрывать локацию, на которой Медовский потрется с вами. Будет, Турик, можно вступать в твой чат? Да, конечно, можно, конечно, можно. Конечно, можно. Турик уже идет. Спасибо. Турик на медошку уже сделали. Привет, поздравляю с Минога. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стрим. Лещанский, Кусь, спасибо. Еще Лещанский у нас зашел здесь. Арбузик, привет. Ребята, завтра видос на Миногу выложу, расскажу, что да как получилось. Ну, то есть, для тех, кто не на стриме, не был. То есть, на Дзене сегодня ночью мы это видео точно, ну, не видео, а подробно расскажу, как что получилось. Так, ну что, колесо фортуны крутится, победите мутится. Однока, двока, трока, чичик-пичик, шанделана, переверёк, чпонь, бабач, тудуш, дудуш. Вячеслав Автаев. Вячеслав, напишите, пожалуйста, локацию, на которой хотите, чтобы Медовский потерся. Еще 5-кат серый, второй триумф куплю. Балдеж. Триумф, конечно, вообще балдеж. По крайней мере, мне нравится. На троллинге. Вот, и нравится то, что он не так часто горит. Вот, это тоже нравится. Потому что включаешь у него пониженную придаточку, он крутится хуже. Вот, и отсюда у нас силы трения меньше. Так, Вячеслав Автаев, давайте пишите локацию, на которой хотите, чтобы Медовский потерся. А как в его вступить? Кабанчики. Пароль. Медиазон ТВ. Медиазон. Зона. ТВ. Пароль. Я фидер сломал. Ну ты жесть, Димасик. Как так-то? Зацепился, что ли? Не факт. А если человек на белуге или оси сидит по 10 часов без ПВА? Какая там поворачка может быть? В час надо делать 100 рыб и больше. Плюс-минус стабильный. Тогда и кач норм будет идти. Не, ну это понятно. Мы сейчас же не про это сидим. Ну, на ситре как бы вообще без толку сидеть. Без толку сидеть без ПВАшки. Но опять же, я так думал. Какая-то кликса была. А на носоре 120-121 я на 13 ставил всегда. Ну, у меня на 13 не получилось, потому что я почему-то от берега отошел далеко. Вячеслав Автаев, будьте так любезны, напишите, пожалуйста, локацию, на которой хотите, чтобы Медовский потерся. Давайте, ребята, до 10 часов утра ждем. Если Вячеслав не отпишется, то сделаем рерол.
Вот, сделаем реролл и выберем локацию. Между тем, так, давайте я попробую здесь ультралайт покидать. Мне просто интересно, здесь у нас есть этот говль или нету. Может быть, здесь говль. Главное, чтобы не было этого. Фидом на 6, ката на 8. Фрик до 28 затянул. Понял, понял. Так, первая поклевочка у нас есть. Это у нас показавый. Это у нас показавый. А на втором экране 2060 это Донец? Да, это Донец. Это Донец, мы там минок высижим. Какой реролл? На... Я, наверное, на три буквы не люблю ходить, понимаешь? Я же так не люблю рыбу ловить. Там у меня только на ультралайтке это клюет, чувыча. Вот, а на обычную снасть не хочет. На обычную снасть не хочет. Спасибо. Да не за что. Так, ну что, у нас получается 9.35. Может быть, Вячеслав, конечно, отошел. Может быть, его позвали. Позвали. Вот, может быть, куда-то по делам ушел. Оп, есть поклевочка. Ну, у нас тут окунь. У нас тут окунь клюет. Ну-ка, давайте мы кое-что проверим. Так, значит, поставим отводной поводок. Дживы грузило. Поставим 1.75. Офсетный крючок. Поставим 6 средний, наверное. И мягкая приманка. Ну, давайте вот это поставим, попробуем. Сейчас. Хотя... Что это мы поставим? У нас. У нас жирный глаз 4.03, 3 грамма. Давайте вот это попробуем. 4.03. О, нормально. Попробуем вот так вот. Сейчас посмотрим, будет это. Давай на комаринку налягу. Не-не-не, ребята, я так не выбираю. Тут надо это... Чтоб кто-то выбрал локацию, так не пойдет. Понятное дело, что каждый хочет, чтобы я половил именно его рыбу. Поэтому мы делаем победителя. Однозначно. Привет, такой вопрос. Почему не могу делать проводку рыска, не катушкой 2000, жесткой 10.4? Ну, такое поэтому и не можешь делать. Для того, чтобы делать рыска, не надо, чтобы жесткость палки была не меньше 5. Поэтому я говорю, вначале надо покупать сборки нормальные. Не вот эти вот лайты, которые вы там покупаете 4.10 с 2000 катушками. Купите нормальную сборку. Линар 3.15 тест и катушку 3000. Она и закидывает нормально. Чуть ближе, чем 2000 катушка. На 3 метра, ребят, разница. Может быть 5. Но это не критично на самом-то деле. Короче, в жесткости дело. В жесткости дело. Именно в жесткости со сборочки получается. Можно пойти с тобой ловить, куда скажут. Димасик, а ты на стриме, скажи, пожалуйста. Мне просто неудобно отвечать. То есть есть определенная жесткость. То есть 4 с 1 по 4 у нас не работает. Да? Рыскание, твичинг и что-то в этом роде. Вот. А с 5 по 10 работает. Но могу сказать, что до 6 все палки ну не очень. Вот, они гнутся, как сосиска, как колбаса, да? Вот, длинная такая колбаска на 1.5 метра. Ох ты, задач, тебя размотало. А когда желтый перегруз портится бланк? Нет, это предупреждение. Когда желтый перегруз, бланк им портится. Проверял. Что ловишь? Да в данный момент ничего не ловлю. Просто проверяю. Ребята, делаю сброс, начать сбор. Пишите локации, в 12.00 разыграем. У меня без рыскания на белый. Каждый второй заброс по клевке. Ну так тоже можно попробовать, почему нет? Так можно тоже ловить, почему нет? Однозначно. А на что влияет параметр чувствительность? Вот этот момент я не знаю. Вот этот момент не могу сказать, ребят.
Не знаю. То есть есть чувствительность прям такое ощущение, что кончик лучше работает, более жесткий. Чем меньше чувствительность, тем мягче кончик. Вот, чем больше чувствительность, тем жестче кончик. Вот так. То есть чем жестче кончик, тем что у нас. Ну, допустим, при поклевке какой-нибудь. Блин, я не готов ответить на этот вопрос. Это надо на самом-то деле тестить, проверять на самом деле. Много. Много всего. Сделал бы ты обзорчик параметров палов видосик. Да они, в принципе, здесь-то основного. Да и нету ничего. Здесь вообще ничего нету такого зазорного. На самом-то деле. Ой, ты что-то видоски на тот берег отправился, ребят. Просто, допустим, есть. А, ну понятно. Ну ладно, ждем. Ждем локацию. Не буду отцепляться. Это сейчас будет долго. Зацепился. А, что у нас есть? У нас есть жесткость 5. Ну вот, где это минимальная жесткость, при которой можно делать рыскание твичек. У нас есть жесткость 7, на которой можно нормально вываживать рыбу, и затаскивать в лоску. У нас есть максимальная жесткость 10. Вот. Ух ты, ёптель-моптель, что-то село. Ну понятно, да. Да. А я здесь забыл поставить 6,4. Ёптель-моптель, ну понятно. Ну, не буду вылазить, не буду вытаскивать. Пускай сойдет. Ну там просто у нас получается это. Мягкий строй нужен только для вейки оснастки. Может быть. Это не проверено. В принципе, я и на топовую сборочку ловлю, и нормально все. Так, ну что у нас получается, ребята? У нас получается то, что получается. Турнир заканчивается. Да не буду, на 1,5 там метра. Там у нас 1,5 метра, что там тащить? Там сидит еще крокодил у нас. Так, ну что, поздравляем задачу. Значит, поздравляем. Так, значит, у нас получается ловим. Значит, надеюсь, что вы меня... О, сход, все, балдеж. Сбросил рыбку, надо будет здесь перезакину потом, не буду сейчас. Значит, Вова, ребята, напишите мне, пожалуйста, Вова, ловим и зазач на 44 уровень. Напишите мне, пожалуйста, на 44 уровень. Так, ну ладно, сейчас я кого-то это... Да, я понял. Так, ловим. Вова. Вовасик у нас здесь есть. Значит, Вовасик у нас занял третье место. Значит, он получает 50 носорога. Так, Вовасик у нас получает 50 носорога. Ну, 40. Вот и завершился у нас турик. Подожди, 50 носорога. Я отсюда носорога не разыгрываю. У меня здесь есть носорог? Носорог. Да, здесь есть Вовасик. Здесь есть. Где там у нас Вова? Так, носорог. За третье место 50 штучек. Поздравляем вас. Поздравляем, Вовасик. Так, значит. Потом, значит. Кто у нас? Зазыч. Значит, у нас идет Зазыч. Зазыч, спасибо. Поздравляю тебя тоже. Спасибо, Зазыч. Спасибо большое. Зазыч у нас занял второе место и поймал медведку. Медведку, значит, Зазыч у нас получает 70 медведки. Медведка у нас тоже здесь. Так, медведка. Я сейчас чат не читаю, поэтому сорян, ребят. Медведка. 70 штучек. Ну, это как вся, только на 3 меньше. 70 штучек. Зазыч получает у нас 70 медведки. И самый главный виновник, где наш ловим? Где наш ловим? Благодарю, но еще какой-нибудь турнир сделать. Надо еще какой-нибудь.
Ребят, да все зависит от людей. Будет что разыгрывать, будет турниры, конечно. Однозначно. Земель мой, поздравляю его. Балдеж, балдеж. На карпу увидишь, какая жесткость строй и так далее, тому подобное нужно. Чем больше жесткость, тем лучше вываживание. Но фишка в том, что на карпов мы ставим всегда фортуна карп, ребята. Потому что это топовая палка для карпов. И самое главное, что у нее дешевое обслуживание. Это самое главное. Было очень интересно. Согласен. Насчет этого согласен. Так, ловим. Где у нас ловим? Так, где у нас ловим? Ловим. Игроки. Ловим. Ловим 31 уровень. По-моему, он, да, Миногу поймал? Я почему попросил отписаться? Потому что не всегда получается... Да, Миног украл 77 грамм. Значит, он поймал Миногу, значит, главный приз у него была катушка. Катушка. Где она, кормушка? Катушки. Где катушки у нас? Крючки, катушки. Вот они, катушки. Натура 8000 на 20 килограмм. Все, балдеж. Все, ему и отправили. Балдеж, поздравляем всех. Спасибо огромное. Так, ребят, поздравляем за Миногу, вы большие молодцы. Всем присоединяюсь, ребята, огромное спасибо за участие. Вот, я не думал, что так много людей будет участвовать на самом деле, потому что Минога реально очень-очень редко клюет. Вот, сегодня я обязательно сделаю видосик по Миноге. Вот, я после стрима его запишу и завтра видосик, так сказать, выложу, чтобы вы знали, где в данный момент Минога клюет и где можно ее повысиживать. По крайней мере, что мы знаем, что Минога не привязана к поводку и чему в этом роде. Вот, ее можно спокойно на глину ловить, на глину. То есть поводок на глину, под глину ставим и спокойно ловим. То есть получается, Минога у нас не привязана. Ну, понятное дело, что у нас стоит 6,8. 6 УД, 9 килограмм, лупидолим. Не, вообще надо как бы новый сделать. 9 не будем. Сейчас мы новый забацаем. Ты разыгрывал? Что разыгрывал? Лаги. Так, ребят, давайте сейчас, значит, разыграем. Разыграем, значит, пишем. Так, это вы все написали. Однока, двока, трока, чижик, пиджик, шанды, ланды, перевери, йокч, понь, дадаш, бабаш, тудуш. Та-дам! Лайгейм. Напиши, пожалуйста, локацию, на которую хотите, чтобы я потерся. Вы зачем моих Миног поймали? Отдайте всех. БЖМ, не могу. Надо делать обзор, поэтому не могу. Кабанчик, наше время еще не пришло. Согласен. Минога это носарь в квадрате. Блин, я бы даже сказал, там, наверное, носарь... О, какой квадрат огромный. Фортунка годами проверена. Да самое главное то, что у нее самое дешевое использование, ребят, на самом-то деле. У нее очень дешевое использование. Вот, и это, наверное, самый главный параметр. Так, фурнитура мне нужна 6,8. Вот это вот поставим, да, и материал у нас под глину. Сейчас я забацаю поводочек, закинусь и все. А когда турнир на Венг? 28 июля, в честь моего дня рождения, будет турнир на Венгу. Какая локация, какая рыба, я не скажу. Вот, но локация будет до 20 уровня. Рыбу тоже не скажу, потому что еще пока не продумали до конца, но локация точно будет до 20 уровня. Скажите, пожалуйста, где закрыть жабу на комарином? Жабу на комарину где закрыть? Бычек, я не могу сказать, но недавно... Ну, как недавно? Нет, я недавно не могу подсказать. Там пару точек были, конечно. Надо будет попробовать потом. Но пока не могу подсказать, где ее можно закрыть. Интарх подумал. Хорошо, сходим. Фортун карп, три палки в магазине. Какую взять, чтобы не ошибиться? 39 килограмм. 39 килограмм. Так, где у нас 6,8 под глину. Все, балдеж. 4,5. Вот, и здесь клипса у нас 6 метров. Клипса у нас 8 метров. Не 6, а 8.
Рыбу клейка на медвежке или карп на куоре? Ну, кстати, на клейку на медвежке тоже балдеж было бы. Да, я на стрим, я понял, понял. Спасибище. Ловим, вам спасибо огромное, что как бы приняли участие в розыгрыше, поэтому, точнее, вообще в турнирах, ребят, огромное спасибо, что принимаете такие участия. Спасибо большое. Так, поехали на Итарочку. На Яме будем вен? Ну, конечно, как по-другому. Так, ну что, полетели? Под Думом, на Яме, под Думом. Под Итар. Да, конечно, лететь туда, конечно, волосы назад. А хотя бы что там работает, не подскажете? Так, нам надо раку будет закрафтить. Опа, у клейка 146 грамм. Представляете, как я вылетел? Так, ну придется туда лететь, тупо волос назад. Квадроцикл. Включим вам музыку. На дачном или штрафном? Да, представляете, да, Медовский разыгрывает, Венгу на штрафном, да? И все сразу откроют матюгальник, да? Матюгальник. Балдеж. Кальмар. Кальмар. Ну, кальмар у меня просто не закуплен, перец. Блин, так не хочу в магазин заходить, конечно. Так, мне надо перец купить. А что у нас по серебру? 3500. Давайте, наверное, все-таки сначала на Волхов слетаю. Тогда куплю сразу себе калибрик. Миди кокос тутю. Чесночные миди работают? Ага, интересно. Чесночный миди, просто у меня и ПВшка есть по чесночной миди. На самом-то деле. Ну, пока не клюет, ребят. Ждем. Пока не клюет. Миди кокос тут. Так, сейчас мы, значит, купим еще один калибрик. Мне надо еще будет... Еще надо будет накопить на два калибрика еще. Медовский, слушаю вас. Так, есть у нас поклевка. Так, ну мы теперь зато знаем то, что, в принципе, Минога очень сильная. Вот, ее нельзя пропустить. Выглядит как пескарь. Тянет хорошо. Тянет хорошо. То есть не надо переживать то, что она там сядет, клюнет, и мы не сможем узнать, там поклевка нету или что-нибудь в этом роде. Нет. Она тянет и достаточно сильная. Так, бессонная катушка. Калибр ХСВ где у нас? Где у нас калибр ХСВ? Все, купили, балдеж. Медовский половина меду. Тут ты крокодилье глаз. Так, значит, нам нужен кал. Так, кальмар, кал. У нас получается кальмары травы. Можем поймать. А, так у нас были кальмары. 19 штук мало, конечно. Так, вот так вот закупимся немножко. Поставим снеговик, поехали. Так, все, поехали на Интарочку. Почему я закупился, почему я сразу купил калибрик? А, могу ответить, почему? Потому что, ребят, потому что я обычно захожу в магазин, вот, и после того, как я захожу в магазин, у Медовского просто тает сера на глазах, поэтому я стараюсь сразу все купить, и все. На куку клюет. Ну, на куку тут понятно клюет, но мы поставим 16. Ух ты, какая дресня, 90 килограмм. Почти. Какая дресня. Так, все, поехали. Так, ну поехали, посмотрим, что у нас там. На куку мы проверять не будем. Потому что на куку она, в принципе, клюет, и там много мелочи, скорее всего, будет. А вот на 16 кальмар можно проверить. На 16 кальмарчик можно постоять. Так, главное собирать, но не все. Так, все, поехали. Еще раз поздравляю победителей, ребят. Балдеж. Так, что, полетели. Сейчас доедем. Расчехлимся. Нам, правда, надо будет еще ПВшку посмотреть.
У меня, по-моему, накалка ППВ-шечка, по-моему, закончилась. Я-то, конечно, могу ошибаться. Ну, скорее всего, закончится. Так, ну давайте розыгрыш, наверное, проведем, правильно? Так, давайте, наверное, розыгрыш проведем. Посмотрим, что у нас там осталось. Что у нас там осталось из приманочек, которые мы можем разыграть. Так, которые мы можем разыграть. Так, 75-06 не можем разыграть. 02 тоже не можем. Набора нету. 75-04 тоже один. Так, 70-01, 3 штучки. А вот 70-01 мы 3 штучки можем разыграть. Так, значит, ребята, пишем 70. Пишем 70. Разыгрываем, значит, Бальса Крэнк. 70-01. Сколько? 3 штучки. Тролик набор. 70-01. Все, что было. Спасибо, да мне... Да ладно, ты чё? Вы прекратите, ребят. Я накал сделаю ПВАшку. У меня там особый вид. 70 лет назад родился мед. Согласен. Но в два раза раньше, хочу позже сказать. Не как 70, а... Это как 70, но в два раза позже, правильно? Хотя в два раза позже чего? Относительно чего? Ох, и что-то я лупанул сейчас. Наверное, раньше все-таки. Короче, забей. БЖМ. Не, ты меня, конечно, засмущал. Я забыл, когда я родился. Так, пишем 70 или 70-01? Не, 70 пишем, а разыгрываем 70-01. 70F-001. Три штучки. Сколько? Три штучки. Так, а мы что, поду приехали или нет? Нет, мы еще не доехали. Или доехали? Что-то я засомневался. А где дуб-то находится? А, мы не доехали, ёптельмут. Вон он, дуб. Ох ты, господи, Медовский забыл, где находится, представляете? Так забавно, на Тунгуске 30-й левел, в чате тишина. Все себе на уме. На белый пришел базар вокзал. Ну конечно, ну представляешь, на белый как люди ловят. Раз по одна проводку сделал, минут 5 пишешь, правильно? Вот и все. То есть на Тунгуске хотят люди пофармить, а на белый поговорить. Это же нормально. Ох, наконец-то надышался. Ой. Так, ну что, давайте соберем сборочки. Блин, легостя... Нет, фортунчики все-таки. Фортуны наши все. Так, фортуны наши все. Так, теперь, значит, надо выбрать удилище, выбрать LEGO CTI. И поснимать катушки. Поснимать катушечки. Напоминаю, что 28 июля будет праздничный стрим. Буду стримить с вебкой. Вот, и будет розыгрыш катушки. Венгер. Так, а что это у нас здесь? А, это у нас крокодилий глаз. Вот, венге. 10-тысячный, так что не пропустите. Так, литкор ставим. 35-й флюркарбончик. 35-й флюркарбончик, балдеж. Навигатор, согласен. Залезть на дерево, крикни его. Да не, ну зачем рыбу пугать? БЖМ, ты чё? Зачем пугать рыбу? И так у нас клёво не будет. Так, нам тонущий пойл, пусть искусственную кукурузу надо поставить. Так, значит. Блин, плохо то, что две искусственные кукурузы нельзя ставить. Это, конечно, минус. Привет, за 3 дня поймали хотя бы одну миногу. Ох ты, пальчаленён печки. Не следишь ты за ней, за русской рыбалкой 4, тем более за Медовским. За 3 дня поймали 4 миноги. Вот, и я в том числе. Завтра будет видосик по миноге. Так, значит, тут мы пишем кал. С большой буквы через ал. А мы здесь поставили не то. Здесь надо вот это ставить. Так, пишем слово кал. И его... Так, все, 16. Искусственный кукуруза тоже у нас будет кальмар. Наверное, вот это поставим. Хотя можно... Нет, вот это поставим.
разные, короче, на три сборки разные, разные эти поставлю. Вот. И. Ну скажи его. Так, ну подожди, мне надо закинуться. Так, кальмар, кальмар, кальмар. Так, это у нас 26-й. Сколько у нас? Мод кукурузы, кальмар, кальмар, капарыш, кукуруза, кальмар. Так, пойдет. Вот это пойдет. У нас сборочка. Так, клипсы у нас здесь будет. Наверное, 30-е клипса, потому что 25-й, я помню, пробовал, не работает, а 30-й работает. Еще раз проверяю. 40-50, но все нормально. Отморозок, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчанский. Кусь. Все, балдеж. Закинулись, балдеж. Так, и давайте здесь теперь собираем. Здесь собираем. Надо как бы эту поремонтировать. Так, литкор под глину. Водок 35-й. 35 пишем. Ребята, пишем 70, пишем циферки 70, 7-0. Вот, в чат Ютуба, значит, разыгрываем Balsic Rank 70-001. Три штучки. Тут 40-я клипса работает, 35-я. 35-я, 40-я. Ну, у меня 30-я работает, поэтому я на 30-й. Ну, я не знаю, сейчас работает 30-я или нет. Я просто не люблю большие клипсы, ребят. Так, забыл. О, есть поклевочка уже, балдеж. 70 лет мне торчит. Ой, я тебя умоляю, боже мой, боже мой. Ты до сих пор веришь, чтобы я червя подгоню? Ха, я тебя умоляю. Так, у нас уже есть поклевочка. Клипса 30, балдеж. Клипса 30, балдеж. Все, ставим 16 фрикцион и заброс делаем. Так, у нас... Ладно, мы не будем пока брать эту рыбу, пока эту рыбу вытаскивать не будем. Мы просто посмотрим на нее. Нам же еще надо на дерево залезть, правильно? Так, и где у нас хинстив? Снеговик. У нас снеговик, литкор 36 под глину. Фидерный повод. Давно трофея, кстати, не ловили. Хотя бы опарик. Да ты что, гонишь, что ли? Опарик у нас... Червь у нас хотя бы копается. Не. Червя, может быть, когда ты дождешься, а парик, ты... Задыч, ну ты, ой, задыч, извиняюсь, БЖМ. Ну ты, конечно, издеваешься, любишь пошутить на Медовске. А парик бабла стоит, ты не представляешь, сколько. Там балдеж, какой расход. Так, ну, давайте вот это поставим, Так, а что у тебя... Молоты кукурузы, красный кальмар, 10-15. Ты все эти, и что, нормально клюет? Я такие вообще не собираю никогда. Так, здесь у нас клипса 30-е тоже. Давайте посмотрим, какая сравним, какая кукуруза у нас лучше работает. Пока обе. Ну ладно, давайте заберемся на дерево. Посмотрим, что у нас там, как у нас там вообще... А что там надо должен кричать? Ёпти, сломал ногу, ребята! Киньте ты еще опарик, у кого есть. Андрюх, нифига себе, зачем тебе столько опарик, ты скажи. Это ж белок. Хотя обручейник. Да и что ж такое-то? Вот опять. Что там надо кричать? Ау или уа? Здарова, Юрий, чат, ты, как всегда, на позитиве. Серег, здорово, спасибо, что заглянул в стримчанский, кусь. Боже мой, ну подскажите мне еще раз. А то старенький стал, скоро 70, ребята, это как днюха надо, да. Скоро 70, поэтому память, ну вообще нет. Упал с дерева. Все, теперь вниз потихонечку. Ах, пух, боль. Ну, теперь надо вытаскивать крокодильчика. Я с тобой ловлю, только на базу забыл закупиться. Ты сюда приехал, не закупился, что ли? Ну, ты, конечно, крокодиль, глаз. Кричи, уа. Кричи так же, как миног достал. Да ты что, я думаю, я помню, как я миног достал, что ли? Я не помню. Я как помню, только не помню. Давай. О, хрячий глаз. Карп 4600. Балдеж. О, буквы в два раза. Не так. О, ну здесь что-то у нас вообще маленькое.
Это что у нас? Это у нас зеркало. 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 Зеркалочка. Нафиг. Твой бот не любит улыбку. Я запомнила. Не, он любит улыбку, только... Ну, не очень, да. Он как любит, только не очень. Ребята, знаете, что я поймал? Линеечку. Линеечку 3-3. Помните в школе линейки 20-30 сантиметровые? Вот это такой же, только немножко по-другому. Без цифрок. Ничего. В DS я тебе напомню это и не раз. Спасибо. Чат. Какой тайминг примерно по миноге? Ох, Серег, не могу сказать. Ой, седатив. Не могу сказать. Это как могу, только не наму. Не могу. А, не помню. Память как девичья, понял, только немножко в другом. Это, да, другой пол. Он любит мою улыбку. Конечно, любит. Конечно, любит. Боже мой. Твою улыбку он любит. Так, у нас еще музыка закончится, что ли? Ребят, представляете, у нас... Музыка закончилась. Ну, давайте что-нибудь влупим, наверное. А, не, у нас не влу... У нас не закончилось. У нас не закончилась музычка. Балдеж. Ой, у нас 13 фрикцион даже размотало. Балдеж. Ну, давайте отходом назад. Да ладно, что ж там за крокодил такой сидел? Звучит угрожающе. Да не, ни в коем случае. Я на такую же сборочку скучаю на медвежке. Не идет у меня усач. Ну, я усача выкладываю исключительно на сыро. Может быть, на... А, ты имеешь в виду по трофею вообще? Что-то я не понял. А, Алиса, а ты здесь при чем? Не понял. Что-то я не то сказал. Я Алису упоминал? Нет, ребят. Блин, ну здесь нормально клюет, ребят. Здесь нормально клюет. Здесь клюет вообще нормально. Ладно, будем вываживать. Неохота мне бегать. Так, правда, убивается снасти немножко. О, смотри, а ты говоришь, усач не клюет. Ну, клюет усач. Балдеж. Да, вот эта точка по-любому на облов у меня будет тоже, ребят. У меня, говорит, тоже усач не идет. Ну, здесь надо выпить немножко. Здесь надо немножко выпить. А, ну, то есть у тебя усач не клюет, но ты это... Мне говорит, тоже не идет, но я не трогаю мёд. Это как трогаю, но не за... Ой-ой-ой-ой, что это я сказал? Что сказал? Все молчу, выражаться не буду. Так, ну что тут у нас? Пока поклевочки нету. Ну давайте что, сделаем розыгрыш, ребят. 26 человек у нас участвует в розыгрыше. Ну что, колесо фортуны крутится, победитель мутится? Однока, двока, трока, чичик, пичик, шанды, ланды, перевери, йог, чпони, бабач, то душ побольше. Па-пам! Смарагд? Смарагд? Напиши, пожалуйста, свой игровой никнейм в чат Ютуба. Вы у нас выиграли набор Бальса Кренков 7001, 3 штучки. Сколько? 3 штучки, троллинг набор. Ох ты, призраки пошли, ребят. Да, но нет, это еще нормально. Что с меня? Опа, мед, что приманил? Мне дай. А кого тебе дать? Крокодил твой глаз. Смарагд. Понял. О-о-о, пошли призраки, ребята. Пошли призраки, балдеж. Да, я представляю, тут на куку, наверное, на кальмар вообще балдеж, какие призраки идут, да? Смарагд. Копировать, говорит, ставить. Так, искать везде. Ноль! Крокодилий глаз, как так? Смарагд. Смарагд! Искать везде. Тридцать первый уровень, я так понимаю. Ну, а на остальные я закинуть не могу. Так. Так, 7001. Так, 7001. Сейчас, подождите, ребят. 70F001. Ctrl-C. Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, 01 раз. 01, 2. И 01, 01, 3. Короче, ребят,
Балдеж, у меня клюет просто балдеж. У меня просто балдеж клюет. Просто балдеж. Приманил? Ты читать даже не умеешь. Да, конечно, не умею, ребят. Ну, конечно, не умею. Это как умею, только не умею. Это как читаю, только додумываю. А дай мне, что ты приманил. В смысле, что я там приманил? А что я приманил? А, принимал, ёптель-моптель. Что ты там принимал? Боже мой. Что я принимал такого, что ты не можешь принять? Контр-С, контр-В. И на мой аккаунт Венгу я проверил качество. Да я уже проверял, качество балдеж. Качество балдеж. Проверено лично мной, качество балдеж. Балдежное качество. Спасибо огромное. Да вам спасибо, что зашли на стримчанский. Что у нас там? Что у нас там клюнуло? Не это, не... Нет, не она. Не она. Не она. Она только не она, ребят. Так, и у нас вторая поклевка вроде была, но что-то у нас пошло не так. Так, а это у нас какая? Нет, это у нас третья. Это на время. БЖМ, МЖМ. Ну, я так понимаю, то, что надо травушки-муравушки съесть. Травушки-муравушки съесть. Юра, привет. Чатика, Кусь. Тёмыч, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что заглянули в стримчанский. Кусь. Спасибо большое. Так, сейчас я сосательную конфетку съем, ребят. Сейчас я съем сосательную конфеточку. Оп! Закинул за язычок и ждем, когда растворится, а? А то думали. Надо съесть просто сосательную конфетку, да. Называется Lucky Day. Lucky Days какой-то. Ну, короче, Lucky. Короче, балдеж. Подскажите, где на Каори на вертушке покидать? Ох, я не могу, Ромакс, это сказать. Для того, чтобы подсказать, надо покидать самому, правильно? Ну, мы на Каори сегодня не были, поэтому сорян. Видишь, говорит, меня на дереве, я на твоей борке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то крокодиль глаз. Ох, Илюха, хорошо твое сообщение не показано. Тот показал. Какой травушки, муравушки? Ты корова, что ли? Да нет, ну какая корова? Я этот бык? Да, конечно, а как по-другому? Я, говорю, не ем, но употребляю, да. Это как ем, только не ем. Линейка 12900 влупила, ребят, представляете? Да-да-да. Да нет, ребят, это исключительно для, так сказать, позитивного настроения у вас. А то сейчас начнете придираться к моим словам. Это как с шоколадом, только сосательно, да. Что-то типа того. Да не, надо уже. Это как бы горло начало проседать, поэтому... Оп, и все. Оп, и балдеж. Понял, спасибо. Не хвоста шуи, Ромас. Ну, я на самом деле ничего не подсказал, поэтому сорян. Ну, как бы не знаю, поэтому не могу подсказать. Если бы я знал. Ну, вообще, на вращалке как бы... На вращалке, кстати, можно потроллить. Вот, поставить какие-нибудь большие крючки без опушки. Ну, вот, например, берсерк большой первый. Вот, и попробовать потроллить на самом-то деле. Привет, удачного стрима. Серега, здравствуйте, спасибо, что заглянули на стримчатский. Кусь. Ладно, я пошел. И помни, я всегда придираюсь к своим словам. Да я уже понял. А, только купил палку нормальную и сразу головля на белый. И сразу иное. Что такое иное, Димасик? Троф или что? Иной. Что за иной? Я сделал два раза грохнулся, теперь ходить не могу. Что ты понял? А мы про слова разговаривали. Теперь видно. И в тот раз тоже было видно. А, тро, балдеж, поздравляю. Я просто не понял, что такое иной. Я просто, говорит, не понял, что такое иной. Так, у нас здесь перекрестие.
всегда, всегда вытаскиваю рыбу. Ну, на самом деле ПКМить это нехорошо. Вот, и отбегать надо вот так вот. Вот, но периодически прибегает к этому, чтобы ПКМить. Так, у нас левая палочка клюнула, надо ее по это. О, балдеж. Понял, уже заштурмовал, так сказать. Спасибо. Не хвоста, не шеи. Ну, это не в том плане, чтобы их не было. Хотя... А это как же я... Начал писать как-то... Я ВК еще, помню, посты выкладывал. Вот. И желал всем не хвоста, не шеи. То мне же там кто-то в комментариях так прям писал. Вот, вы считаете не хвоста, не шеи, чтобы ни у кого улова не было и что-то в этом роде. А на самом деле это все на самом деле по-другому. То есть, если ты желаешь, чтобы у другого человека не было улова, да, то ему улов, скорее всего, прибьет. Ну, типа назло, знаете. Чили видно, я показал. Извиняюсь, извиняюсь. Чё, правда слышно? Я вроде под язычок вроде засунул. Запхал, так сказать. Карп зеркаль. Ну, здесь клюет карпуш, ребята. Здесь клюет достаточно неплохо. Даже усад залетел. Сейчас, наверное, долго здесь стоять не будем все-таки. Ну, какой смысл? 169-83. Что мы здесь покажем, правильно? Какая рыба клюет? Ну, карп клюет и... Вот, единственное, запишем. Единственное, запишем. Запишем на что. Еще раз хочу передать спасибо огромное Денчику. Денчик, спасибо тебе за подгон катушки, вот, которую мы разыграли. Спасибо большое. Ребята, вообще, как бы... Хочу всем сказать огромное спасибо за поддержку, за Лукаса, за то, что даете что-то на розыгрыш. Это огромный плюс, как минимум и для меня, и для развития моего канала. Вот, ну, он уже как бы не мой, а наш канал, да, вот наш все, вот кто на нем находится. То есть, как-то так, как-то у нас что-то появляется, мы думаем, что какой турнир провести, вот, и его проводим. Так, что у нас тут? Не хвоста, не шеи. Спасибо. Я еще и под язычок. Ну, точно, блин. Ну, а как по-другому? Говорю, как есть. Да не, на самом деле, просто горлышко начало проседать. Не приседать, а проседать немножко. Ох ты, какой крокодил легла. Призраки у нас пошли, призраки у нас пошли. Так, ну здесь у нас тоже призрак пошел. Давайте, наверное, уже разыгрывать локацию. Так, янтарка 169-83 записали. Сборочки тоже оставили. Налим на коре еще клюет. Славок, не могу сказать. Не могу сказать. Попробуйте, попробуйте. Я делал обзор на заброс на нос. Там клипса 40, по-моему, было. Делился бы тогда, зараза, на одной волне. Согласен, согласен. Ну... Ну, тут уже сами понимаете, то, что через микрофон-то... Ну, никак не могу. Через веб, конечно, можно передать свое настроение, но... Опять же. Куда пойдешь, не знаю. Давайте, значит, сделаем розыгрыш локации. Вот, пишем слово «лока». «Лока». Пишем слово «лока» с большой буквы через «ока». Разыгрываем локацию, на которой мы с вами потрёмся. Так, что у нас тут поклевочка? А, ты крокодил легла, захотел от меня спрятаться. Оп, опаньки, опаньки. Да, не дается крокодильчик. Хотя нет, сдался, он всплыл и сразу дался. Так, это у нас кто? Это у нас зеркало. Самое интересное, ребята, здесь кто-нибудь призрака ловил? Нет, кто на кальмара? Накал, кто ловит? Вот, и кто-нибудь призрака ловил? Так интересно, а чё ж я... Блин, это я, представляете, я-то ловили на 30-й клипсе, хотя можно... Ого! Хотя можно дальше ставить, как бы. Это получается у нас не 30-й клипса, наверное, даже, а где-то 28-я.
Наверное, около 28 эклипсы. Плюс-минус. Оп. Чешуйка 5600. Балдеж. Ну да, я обычно вот здесь вот стою. Это я что-то вообще далеко поставил. Привычка стала? Привычка, это как мы сегодня на носаря, да? Поставили 13 клипсу, а ловили на 10. Балдеж. Почему у меня на 5 минут игровых спешат? Не, не спешат, это задержка стрима. Это нормально. То есть для того, чтобы YouTube была трансляция в более-менее нормальном качестве, вот, мы, соответственно, делаем это. Ну, какую-то задержку. Там есть просто прямой эфир, прям прямой-прямой эфир. Вот, там задержка что-то около 4-3 секунд. Вот, но... Это будет, скорее всего, у вас подгрузы постоянные. А здесь как бы есть буферизация немножко. Ну, знаете, что такое буферизация? Буфера же знаете, что такое? Ну, это то же самое, только буферизация. Что-то в этом роде. Спасибо за лукс, ребят, спасибо большое. Так, ну что, остается полчаса, и будем разыгрывать локацию, на которой мы с вами потрёмся. Так, чешуечка у нас клюнула. Ну, вот это вот однозначно надо будет обловить, потому что днем у нас будет, ну, скорее всего, будет заходить у Саши, было бы нормально. Еще раз показываю сборочки, на которые точно клюет. Ну, по крайней мере, у меня. То есть, использую кальмары травы и использую куку кальмар любую, на любую клюет. То есть, желтый, красный и обычный кальмаровский тоже работают. Смесь кальмара и рыбы, вот такой ПВАшечка. То есть, молотый горох, кальмар травы 5, кальмар травы 3, кальмар красный 5, опарыш кукуруза 3 и ароматизатор кальмар. Как клев под дубом, все еще одна мелочь. Да я не знаю, я же здесь недолго стоял. Ну, мелких много, конечно. За 17 минут у нас 23 хвоста получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12, 13. Ну, больше, чем половина. Больше, чем половина чатных. Это нормально. То есть, ну, здесь, наверное, монет 400 можно сделать. 400, может быть, 500, если линейка будет заходить. Самое интересное, будет заходить ли этот, как у призраки. Так, ну что, колесо фортуны крутится по ведьмутице. Одно-ка, двое-ка, трое-ка, чик. Подождите, сейчас у нас тут... Ну, это не минок, это не минок. Это перловец. Это перловец 89. Такая огромная... Так, давайте еще раз. Одно-ка, двое-ка, трое-ка, чичик-пичик, шанды, ланды, перевери ее. Чпоньк, побачь, тудуш. Та-дам! Серега Микс. Серега Микс. Напишите, пожалуйста, локацию, на которой хотите, чтобы Медовский потерся. Так, сейчас мы посмотрим. Ну, Миногу... Та, Мину... Ух ты, это что такое? Это у нас подуст. Это у нас подуст, даже размот поймал, представляете? Привет! Какую катушку посоветуешь в начале и подешевле, чтобы можно было через клин вытаскивать? Какую катушку посоветуешь в начале и подешевле, чтобы можно было через клин вытаскивать что? Допустим, карбов это нарго. Через клин подешевле. А вытаскивать что? Самов? Самов такой катушки, в принципе, нету, наверное, дешевой. Ну, можно какой-нибудь спир взять, да, который подешевле. Вот, но это будет, ну, такое себе. Сура 4 буквы. Спасибо. Хорошо, сейчас ходим на суру. Карпов. Ну, для клина, наверное, все-таки нарго. Но наргу я не советую и советовать не буду. Ты просто спросил, я ответил. Это нарго. Вот, а вообще я бы ставил бы, покупал калибра и фортуну карп. Потому что какой-нибудь трофей клюнет и, скорее всего, будет размот. Вот, потому что под клин влезет у нас 180 метров, а это не всегда хватит, чтобы остановить.
Жаль, 132-175 эклипсы клёв прикрутили. Когда тебе... А, я понял. Ох ты, изёк даже зашёл, балдёж. Да, там, там... Хотя там надо проверять, опять же. Скажи, пожалуйста, какая эклипса? У меня 30-я стояла. Так, где у нас Сура? Пошли на Суру сходим. Хотите на 4 буквы? Да-да-да. Это как 3, только 4. А, в комментах советовал ее. 500 серебра без ПВА в легкую. Да, я снимал. Снимал по этой точке видос. Вот, на 6-й. Мне не понравилась 5-я клипса. Вот, не понравилась, потому что не всегда понятно, клев клюнула рыба или нет. Ладно, ребят, вот сегодня у меня про столбика спрашивали, да? Вот, поэтому пойдем туда и попробуем. На Волхове 4 сама за ночь, макс 30 килограмм пока. Ну, это мало, 4 сама. Это мало. Ну, хотя ночь еще не закончилась, как бы. Хотя бы, хотя ночь еще как бы не закончилась. Поэтому, в принципе, это неплохо. Так, ну, наверное, сделаем все под... Сделаем все под, да. Под что-то сделаем. Так, у нас поклевочка. Ты чё, крокодили хрячий глаз? Ну ладно, не будем сматывать, вдруг у нас зацепится рыба. Неизвестно, то у нас он клюнул. А, справа налево начнем, значит, попробуем с толстолобика. Будем ловить на такие же снасти, только единственное. Поставим, значит... Это что такое? Там пройти нельзя, ребят, получается. Здесь можно, там нельзя. Вот, поставим, значит, травы. Значит, это у нас будет весенняя трава, десерт из трав. Вот так. Попробуем. Может быть, у нас белый здесь клюет. Нет? Мы давно его не проверяли. То есть у нас толстолобика проверим. Вот здесь вот посмотрим. Ну, короче, пробежимся по точкам. Я даже в свое время вот здесь вот толстолобика искал. А пестрый есть. Белого ни разу не встречал. Пестрый есть, белого ни разу не встречал. На медвежке хоть усатого включили. Вчера за 2 часа. Вчера за час 2 троф. Балдеж, балдеж. Ну, медвежки усач давно. Давно. Вот, он еще и... Да он на самом деле много где был. Вот, много где был. Просто мало кто облавливает точки. Вот, и много, мало кто показывает их. Юра, а тагар столов не справится? Или, ну его, нафиг такие. Да почему не справится? Справится нормально. У меня же вот тагара. У меня вот тагара, изношенная венга на 25%. На 20% тагара. Там, ну если посчитать, там 17,7-18%, по-моему, новая тагара, да, это как венга. То есть износ тагары на... Точнее, износ венги на 17 там, или 18% это новая тагара. Вот так. А мне не хочет усать штроф клевать пакость. Да это нормально, если бы все люди. Все рыбы бы клевали бы просто с первого прихода, у нас бы интереса к игре бы не было. Мы пришли на точку, закрыли рыбу и все, а что дальше делать? Искать какую-то другую точку, закрывать другую рыбу. А так вы ходите каждый день на эту точку, долбите эту рыбу, да? Балдежи. Артур, здравствуйте, спасибо, что заглянули в Стримчанский. Так, классический волсина у нас будет. Значит, здесь все мы оставляем. Здесь у нас будет перец плюс перец. Вот. Нет, у нас перец плюс бойл. У нас перец плюс бойл. Да, у нас получается десерт из трав 14. Весенние травы. Вот это получается... так, а что у нас? У нас, по-моему, трава, да? Свежая трава. Так, и здесь у нас пувашка беленький называется. Беленький. Беленький, давайте посмотрим. ПВ-шка, семирапсель, но это тыквенная дресня. Да, вот она. Так, она. Клипса точно не помню. По-моему, здесь 25-я работала. Заброс туда, 25-я клипса. Вот, ну здесь то, как изгаляется. Самая большая, которую я видел, здесь, по-моему, 35-я была. Это вот туда, вот на эту коряку закидывать. Что-то в этом роде.
А когда лучше юзать поп-ап или тонущий? На янтарке, например, это зависит от типа дна? Нет, это ни в коем случае не зависит от типа дна. Такого нету. Просто иногда рыба лучше клюет на поп-ап, а иногда лучше клюет на тонущий. И вот из-за этого юзает. То есть, да, допустим, тутифрути. Есть поп-аповский тутифрути, а есть тонущий тутифрути. То есть на тонущий лучше клювало, чем на поп-аповский. Поэтому ставили этот. А иногда ловит как бы снеговик, ловит и поп-ап, и тонущий. Все зависит от того, наверное, на что... На что рыба клюет, а не зависит там, когда или что, типа на или что-то в этом роде. Ни в коем случае. Это как случаем, только ни в коем случае. Долбим, а там психи в чате умники. Да-да-да. Медовский пошел третий час, заводи песни. Да, третий час уже пошел. Балдеж. Так, беленький. Беленький. А что у нас беленький лимон плюс ананас? Так, подождите, я то поставил, да. А здесь у нас... А, здесь у нас тоже был лимон плюс ананас. Балдеж, тоже сборочка была. Лимон-ананасовая. Вот, в свое время беленького на лимон ананас ловили. Ну, кстати, надо тоже проверять. Лимончик с ананасом. Это оттуда, скорее всего, пошли. Интересно, наверное, кальмар клюет или нет? Да не, не буду закидывать на кальмар. Так, классическая волосяная. Так, значит, что у нас? Десерт из трав и синие травы. Так, свежая трава. И здесь у нас беленький. Беленький. Все, балдеж. Все, балдеж, поставили. Все, ждем поклевочку. Если у нас не клюет, значит, рыбы нет. И пошли дальше, в следующую точку. Если клюнул, значит, балдеж. Чего началось-то? Нормально же общались. Я 3 дня сидел, ни разу и не сказал. Хотел, высиживал. Понял. Понял, балдеж. Привет, где ловишь? Сура. Ловлю на сурье. Это как на сурье. На что ловишь щуку? А что, здесь щука ловится? Здесь щука ловится, интересно. Просто я в свое время здесь, помню, щука ловилась на джерки 140-е. Ну-ка, давайте проверим, ребят. Давайте-ка проверим. На джерки 140-е здесь в свое время щука ловилась. Так, джиговая, 55-й флюр. Джиговая оснастка с джекербейтом. Так, 140.03. Давайте попробуем, почему нет. Как-нибудь вот так вот прокинем сейчас. Сейчас попробуем. Ох, ты у нас заброс, конечно, балдеж. Смени крючок, ё-моё. Про что ты? Какой там крючок надо сменить? Там же эти стоят. Так, ну здесь мне что-то не нравится. Наверное, надо в противоположную сторону закидывать. Солнце, ты про чё? Про что ты сказала? Алексей К, здравствуйте, спасибо, что заглянули в стримчанский кусь. Усача, главное, высиживал, не поймал. А сазана чуть ли не с первой поклевки сел. Балдёж. А почему у тебя на видео и на стриме разный голос? Не знаю. На стриме, наверное, немножко устаю. Хотя на видео тоже устаю. Без понятия. Это столов сейчас за бани клюет. Это где-то вот здесь вот что ли получается? Баня у нас. У нас где-то там баня получается, правильно? О, представляете, щука клюнула 2 килограмма, балдеж. У меня прям странно было. Когда только 3 первые сборки карпа собрал, на ведешку пришел и в первые 5 минут троф амур. Потом докачался до янтарка, в первые 5 минут также только 3 палки закинул, троф рамы шашел. Балдеж. А, понял, вредненько. Понял, сорян. Как настрою твое?
что ловишь. Как мое настроё вообще настроё. Да. Это как у тебя, Лёх, понял? Только как у меня. Это как у тебя, только как у меня. Настроё вообще балдёж. А потом все, раз в неделю, если зайдет рофт, хорошо. Ну это нормально, это нормально. Я же говорю, если мы поставим... Подождите, у нас здесь что-то клювало, да? Или у нас здесь клювало? У нас здесь клювало. Что-то не пойму, а где у нас клювало? А, у нас здесь клювало. Ну-ка, ну-ка. О! Балдеж, у нас что-то здесь клюнуло. У нас стрим под порядочным косит. О, смотрите, беляш. Беляш, 6200 беляш влупил. Нормально, нормально. Ну, пускай люди там ловят, а мы здесь беляша, беляша половим. Первая поклевочка. А в ДС у него... Да ладно, что-то я, Лёх, ты что, гонишь, что ли, я кого-то обзываю? Нет, ни в коем случае. Ребят, я в ДС такой же, как здесь. Ни в коем случае. Не, иногда, конечно, могу мотигальник открыть, но это очень редко бывает. В основном не я мотигальник открываю. Я не открываю. Я не могу, я уже вырос. Поэтому зря наговаривайте. Так, мне кажется, я хотел сказать, мне надо венгу ставить. Надо, походу, эту ставить, как Руки Джет. Так, ну давайте здесь попробуем. О чем мы здесь? Вдоль камышей закинем, нет? Как-то вот так. Попробуем, как вот. А как ты самый белуга на 220 килограмм? 2 часа 20 минут. Вот, ну там, видите, я ловил как бы осетра русского на густеру, и зашла белушка. Вот так вот не повезло. Там 74-й шнур был изношенный, подношенный манеж. И если бы у меня 110-й стоял бы шнур, вот, то я бы вытащил бы намного быстрее ее. Вот, а так как у меня 74-й изношенный стоял, то, соответственно, я не мог его вытащить быстро. Не хочет, ребят, одна штучка зашла и все. Карасик, 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 балдеж. Спасибо за Лукаса, спасибо большое. Так. Миноги сегодня, да, поймал? Вон, 20-160, клипса 6. Я завтра видос по миноге сделаю, ребят. То есть миногу у нас клюнул на 6,8. На 6,8 под глину, поэтому смысла нету полтора там что-то ставить. Специально все разное поставил, чтобы это... Чтобы посмотреть, привязана рыба ли сама или не привязана. Так, ну получается, здесь у меня не клюет. Вот здесь попробую покинуть. Мороз, здорово. Нет, на янтарке закрывал щуку? Серег, пробовал высиживать, клюет практически постоянно на одном месте, это получается у нас вот здесь, сейчас покажу. Ой, постоянно на одном месте клюет, что это такое? А сколько минут примерно надо? Я не знаю, Лёх. Это надо перематывать там. Это много назад было. Так, я хотел подсказать янтарку, да? Янтарное озеро. Вот здесь вот щука. Вот здесь постоянно клюет. Где-то вот здесь вот. Вот здесь вот где-то. То есть где-то вот здесь вот, вот сюда закидывать.
Вот, там между камышами не ошибешься. Вот, там постоянно на джерки клюет, там можно карася, окуня закидывать, так что как-то так. То есть там, в принципе, можно попробовать закрытие. Так, у нас еще поклевочка. У нас еще поклевочка. Кто у нас? Дресня. Дресня 42 грамма. Балдеж. Балдеж. А, выглядит она как минога. Выглядит она как минога. Вот, вытаскивается. Кстати, клюет нормально. Клюет как нормальная рыба. Ну, то есть я подумал, что это пескарь. Вот, я подумал, что это пескарь, но это не пескарь, ребят. Спасибошки, понял. Да не за что, не за что. Ну, спросили, я подсказал. То есть там можно на джерки половить, там можно... Самая большая у меня заходила, по-моему, на 9800. Но опять же, у меня заходила тогда, когда еще щука была не апнута. Вот, а так после этого я периодически туда приходил, пробовал там и окуня можно, и карася ставить. Ну, обычно карась серебряный, золотой, окунь, что-нибудь такое. То есть если что-то другое поставить, то это... А так вообще, знаете, как искать щуку на точках? Ставите лягушку, вот, лягушку ставите, просто проходите и прокидываете. Каждые 15 метров. И все. И там, где на лягушку зашло 3-4 штучки прям подряд, да? Вот, и там прокидываете. Я там ловил. И в чате одни усачи редко проходят. Щучки от 5 до 8. Ну, нормально что-то. Ну она просто там постоянно, ребята. Она оттуда вообще не уходит. Это, наверное, постоянное место на янтарочке, где у нас трется щучка. Единственное, там точка иногда работает, а иногда нет. Ну это обычное явление. Это понятное дело. То, что она иногда работает, а иногда не работает. Слушай, нам бы жерешка на самом деле-то попрокидывать, а? Нам бы жереха попрокидывать. Боюсь, что щучка откусит. О, закинулись. Еще щучка у нас. Ну, это, к сожалению, 2800. Ну, 2780. Чуть-чуть не угадал. Ну, к сожалению, да. То есть, иногда бывает, щучку сразу понятно, когда она большая. То есть, в принципе, щучка есть, поклевывает. Теперь надо джерки подобрать. Джерки. Можно соточку, конечно, закинуть шерки. Чё с локой? Вреденько, ты мы же разыграли суру. Или про что-то? Солнце, про что-то? Ещё дрессина. Перловица. Пирла. Пёрл. То ли пирла, то ли пёрл. Непонятно. Давай, говорит, опа, а еще у нас поклевочка щучки. Пошла вода горячая. Так смотри, трофейная зайдет. А здесь щучку вообще надо закрывать, нет? Так, да, надо, представляете? Здесь щучку надо закрывать. А я и что-то и не знал. Что щука здесь настолько сурова. Да. Обложим кабанчиков. Кстати, ребят, есть чат кабанчики игровой. Вот, кто хочет вступить, вступайте. В принципе, значит, чат называется кабанчики, пароль медиазона ТВ с маленькой буквы. Так что, если хотите, можете вступать. Вот, также у нас есть Дискорд. Вот, в Дискорде я скидываю всякую информацию. Ну, в основном по точкам, которые выложил, да, на Дзене. Вот, и в Дискорде периодически сижу там, общаюсь с ребятами. Ну, конечно, сейчас лето меня днем не поймать, потому что занят немножко. Ну, то есть в огороде надо какие-то дела поделать. Сейчас у нас бассейн надо спустить. Осталось спустили, осталось теперь вычерпать немного воды и после этого его помыть. Вот, а потом надо будет набрать его, чтобы дочь опять купалась. Там какой-то капитан на рыбалке вылаживал точку. Там клюет карп и щука. Карпа на северные ягоды при смородине, а щука на джерке. Ну там щука постоянно клюет. Щука постоянно клюет. Самое главное, чтобы больше 6 чатных в час было. Ёж на саль ночью клюет. Ёж на саль клюет круглосуточно. Трофей может и днем залететь.
Вот, но в основном ловит его ночью. Но днем он тоже залетает, ребят. Даже не знаю, в какую сторону закидывать. То есть надо попробовать по течению покидать. Точнее, против течения покидать. Вот здесь у нас хотелось бы поймать размотик. Хотелось бы поймать, конечно, за размотик. Вот, ну, к сожалению. К сожалению, надо понимать, что это триумф. Ты за пасекой на сырье ухаживаешь? Для тебя там, наверное, мед бесплатный. Ну, конечно, бесплатный, ребята. Ага. Конечно, бесплатный. Я, говорю, сначала оплачиваю, а потом забираю. Да-да-да. Я, говорит, не прям в магазин, на банное это перечисляю. На счет перечисляю. Так, ну что у нас? У нас здесь вообще балдеж. Поклевки пошли. Ну, белоглазика белый клюнул. Ой, толстолобик белый клюнул, получается, на этой точке. Вот, так, а что у нас? Не, практически пока без прилова. Пока без прилова один клюнул, вот, за 10 минут. Вообще, точка на толстолобы, если 4 штуки в час есть, то точка нормальная. Но фишка в том, что будет ли народ высиживать, вот в чем вопрос. Так, ты одну миногу поймал на 16 грамм, да. Одну миногу на 16 грамм. Подскажи кату на каст ультралайт под ультиму. Сори, видимо, за лук отходила. Но если бы была я, отдала бы голос за бежами. Понял. Словил глюк, открыл чат в игре, закрыл, он закрывается, но курсор не пропал. И взять снасть не получилось, пришлось выходить. Такое бывает, когда мы что-то часто что-то стараем, какие-то действия, по-моему, делать. Ну и плюс зайти и выйти с чата. Подскажи кату на каст ультралайт под ультиму. Ну там есть неплохая с придаткой 10.01, она одна. Вот, есть перетроф, вот, притоповая. Вот, а есть топовая. Ну, я топлю за топовую. То есть, если ультралайт собирать, то собирать топовый, однозначно. Сколько она по цене вышла? Ребята, я не продавал миногу. Я не знаю, сколько она будет. Я не знаю, зачетная она или нет. Она, скорее всего, зачетная. Я сделаю видосик по этой точке. Расскажу про миногу. Вот, она у нас... Она у нас даже не зачетная. Поэтому она будет стоить 3 монетки. 0,3 монетки. Вот, я сегодня после стрима запишу видосик, вот, завтра на Дзен выложу, вот, и завтра вечером на YouTube выложу, вот, про миногу. То есть стоить она будет нисколько, потому что она незачетная. А попробую клини, я на этой точке трофа на него доставал. На криль? Там пресноводный криль, красный криль, ты про эту сборочку имеешь в виду? У меня просто эти не сочетаются, получается, сборочки. Немножко. Вторую ПВА надо закидывать, но она не будет сочетаться с первой. Ребята, покажу, какие сегодня будут у нас видосики на Дзене. Ой, на Ютубе. Вот, сегодня, значит, мы выложим два видосика. Первый у нас будет озеро Старый Острог, линь плюс карась. Вот, и второй видосик у нас будет река Ахтуба Сазан. То есть Сазан у нас хорошо клюет, Острог, линь, карась. То есть и карасей можно закрыть, и линя высидеть, однозначно. Вот. Еще такой вот, если вам, ну, что-то в видосах не нравится или там не понравилось, может, где-то я там что-то ошибся, вы когда ставите дизы, ну, я вообще полностью в целом говорю, я не говорю, что вы поставили, вообще говорю, вы когда вообще дизы ставите, напишите, пожалуйста, хотя бы за что, просто медовский... Спасибо огромное, ребят, спасибо огромное за поддержку, спасибо, низкий поклон. За выпку. Вреденка, солнце. Ну, 28 июля включу точно. Вот обещаю, на 22. За 28 число, ребят, сейчас очень жарко. Летом нереально в одежде сидеть, поэтому извиняйте.
Я на сегодня заканчиваю, ребят. Огромное спасибо, Вреник, за поддержку. Низкий поклон, уважение. Вот, спасибо вам за Лукасы, за вас, за то, что приходите, за то, что участвуете в турнирах, за то, что выбираете локации. Вот, ну и просто за то, что ставите лайки Лукаса. На сегодня я заканчиваю. Вот, после стрима запишу видосик и попробую залить какие-то видео на YouTube. Точнее, не какие-то видео, а про те два видосика, которые я рассказал. Поэтому всем ни хвоста, ни шеи. С вами был меня Зона ТВ. Всем пока-пока, спокойных ночи. Как говорится, приятного улова. Всем пока-пока, ребят.